кухры. Текс, ну чё? ДДЖЕ. ДДЖЕ. Да. На самом деле, блин, парадоксально, но фак. Мне так приятно вернуться в ДД, это просто забей. Такс, у меня это на смертников. Да-д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 а
в смысле, вперед, да. Смерть здесь ни при чем. Вообще. Такс. А, вы у меня прапались. Так, скиллы прапанные. Найс. Это, конечно, не самая лучшая пачка на барону, я вам честно и откровенно скажу. Ну да. Наверное, вот эта пачка на барона будет получше. Но они всего лишь третьего левела. Хотя между третьим и четвертым разницы ни в скиллах, ни в прокачке нет. Ну ладно, давай пожалеем мою темную пачку и возьмем пачку, которую не жалко. Ладно, 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 жалко, все равно не жалко. Подожди, оглушительный успех. Все четверо умеют станить, но Дрю... Подожди, стоп. А вот Дрю... Вот подожди, Катька тоже умеет станить. Какого хрена это не оглушительный успех? Слышь? Погоди. Катька, ну-ка выучи стан. Может, тогда это будет оглушительный успех? У меня игра зависла. Эй! Во, слава яйцам. Нет, это не оглушительно. Катька изучил стан, вся игра зависла. Такая, What the fuck? Какого хрена? У нее так и что не было стада. А, да. Здорово, Дост. Как приятно ему вернуться в ДД. Это до первого рандома? Да это бывает, Дост. Ничего страшного не случится. Ну, в рандоме, ну, умрет там Катька, например. Она любит умирать. Ну, бывает. Что поделать, как говорится. Текст. Гоу. Нет. Тринка-т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 ринка
проклятие... Нет. Истощение. Во, реверсер. Так, реверсер, тебе бухла. У меня где-то здесь бухло завалилось. Во. Вроде как истощение, вот это бухло, но истощение нормально пойдет. Так, теперь нормальным людям. Значит так. Мы идем по душу боссов, по-хорошему. Поэтому мне... Значит, фанатик, по идее, там попасться не может. Логично, правда? Значит, мне надо драйвную ручку. И... факела там не работают. Давай берсерка возьмем себе. Так, Катюхе надо... Катюхе надо... Надо ли Катюхе? Че Катьке-то дать? Плюс 10 урона рукопашные навыки, ну, например. Что бы тебе еще дать? Тут есть... О, подожди-ка. Ха, плюс 3% криты, плюс 15%... Не торт. Давай Катюхе дадим скорости уклонения тогда. Значит, Никитос у нас точно получает зеркало. Где мое зеркало? Вот зеркало. Шанс стана, потому что у Никитос стан есть. И, наверное, шанс отравить. Лучше, чем милишные навыки. Да. Шанс отравить получше будет. Так, а здесь, соответственно, хил и хил. Да, пожалуй. Так, окей, нам. Да, Дос, давно тебя не было, видишь, все такие радостные тебя видеть. Я вернулся, молодец, Эммонель, здорово еще раз. Шаг, а прокачать навыки, шанс оглушения и меткость не нужны. Антон, на третьем уровне навыки качаются на четвертый уровень. На четвертом уровне навыки остаются четвертого уровня. Только на пятом уровне навыки и оружие с броней можно прокачать до пятого уровня.
То есть с перехода на, с третьего на четвертый не меняется абсолютно ничего. Вообще ничего. То есть на нулевом ты ничего не можешь. На первом ты вкачиваешь себе все до второго. На втором все до третьего, на третьем все до четвертого, на четвертом нихера, на пятого все до пятого. На шестом нихера. Это как-то так. Так. Значит, мы идем туда. Во внутренний двор. Значит, что мне понадобится? Мне понадобится 4 лопаты. Мне понадобится 2 стака факелов, еды 1 стак. Мне понадобится 6 кровищей пока что. Давай пару. Не, одну святую воду я возьму, чтобы крышу лечить, если что. Да, стак бинтов. 1. Даже 4 бинта. Вроде все. Ключи там вообще не нужны. Вроде все, погнали. О, порз! Здорово, порз! А Геральд в натуре пьян. Ему надо домой. Возможно, он не пьян, возможно, у него просто крыша поехала. Такс. Мы остановились, значит, вот уточки. У меня вот здесь вот переход в какую-то закрытую руму, а здесь у меня дальше переходы просто куда-то. Поэтому в это просто куда-то мы совершенно спокойно идем, и я абсолютно не подозреваю, что меня ждет впереди. То есть вообще неизвестность. Неизвестность, которая бугает. На удивление, интересный переход только что был. Хочешь против или нет? Трава здесь нужна. Ну, так как трава мне не особо сильно нужна, в принципе, ок. Бдынька как раз. Я, по-моему, успел, да. У меня, по идее, плюс спиды должны сейчас быть. Вроде как я должен был успеть. Найс. Скорость есть, да. Ребят, а мне кажется, ли здесь музыка изменилась? Мне кажется, ли здесь в натуре музыка изменилась? Не, наверное, мне кажется. Наверное, это глюки. 5. У тебя 2 хп останется, да? Завтра. Ах ты, падла. Ну и урод ты, ёперный театр. Такс. Хил. Так, окей, там комар на последнем месте. Это, в принципе, очень удобно. Давай сюда ножом. Хорош. Этот сдохнет. Не застанешься. Молодец. Блин. И по трупу. Молодец, да, Дрю, прям, угу. Дрю, прям, угу. Жопа. Так, ты самосдохнешь. Давай так, хорош. Катька иногда может в урон, это, конечно, приятно. Здорово, поразяка. Destroyed. Так, больше кровяки, больше кровяки. Так, забытая шкатулка. Внутри шкатулки оказался зеленый ключ. Нихера себе. Слушай, Лал, вот это я быстро нашел. Вот это, мать его, перемать его приятно. Это ловушка, которую я не видел. Перевязали, все нормально. Хотя ловушка, честно говоря, блин, больная. Это реально больная ловушка. Хватит паниковать, все нормально. Хватит паниковать. Хватит паниковать. Хватит паниковать. О, не запаниковали одну комнату, прикольно. Ну, в смысле, один переход. Забавненько. Так, теперь вниз. Я думаю, я сразу на ключ пойду. Мне смысла нет везде вот это вот все дело проходить. Да, я просто пойду на ключку и все. Я думаю, это будет норм. Необходимо выпить крови, да изи. Господи, как же по ушам эта херовина бьет, это пипец. Так, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, полетим, побежим, поползем, потелепортируемся.
Я за сейф, мой дружу, я. Оп. А, не, не оп. Блин. Это у Дрю восстановилось обратно. Обидно. Я бы хотел получить 15 скорости у Дрю. Это, блин, офигенно, на самом деле. Так, здрасте. Теперь чего нас будет? Что, барон, наконец? Нет. Переход. Ага, переход сюда. Ну вот здесь вот, ну, должен быть барон. Ну, ну вот баран здесь просто обязан быть. Жалко у меня, кстати говоря, этих дров. Нифига. Тяга, отлично. Плюс скорость будет на Катюху. Неплохо. Баран, ой-ё. Нихера себе ты, урод. Опа! Он мне скилл заблокировал? Он мне реально скилл заблокировал, что ли? Лечение запрещено! Лол? Мат себе. Ага. Здорово, уродец. На нахер тебе критами. Так, с три хода. Воу. Чё-то очень много. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Счет три хода это очень много. Счет я на всякий случай висталку про дефу расхилять нельзя. Вау. Угу. Кровотек 4 на 3. И еще и ужас. Нихера себе. А, слушай, можешь мне яйца разбить, тогда мне хилиться можно будет. Ага. Так, стоп, давай яйца разобьем. Наверное, тогда мне... В смысле? Ага. Значит, мне надо не попасть по нему. Ага, так, ну давай. Фак! Подожди, он что, всегда первый, что ли? Fuck, my god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Блин, а. Чё-то как-то да, чё-то как-то, блин. Ломай коконы, да в них народу до хера. Ну, я так понимаю. Я пытаюсь... Короче, мне надо сломать коконы, но не его, я так понимаю. Короче, его не найти в коконах, тогда все будет нормально, типа. Плюс три... Отхил! Нихера себе! Вот ты себе еще и отхил бафаешь, ублюдок, а? Необходима дисциплина опять. Блин, пипец. Фух, слава яйцам уклонились. И у него нету, он обратно не залез, короче. Блин. А чё ж ты обратно не залез, урод? Опять любимец пугает, да твою мать. 14, неплохо, кстати говоря. Жажда опять отхил. Упс, при смерти. Отхил на 18, нихера себе. Ага, да, правильно! Слушай, Катька, молодец. Уклонение, хорошо. Действие третье, такс. Окей, такс.
Да попробуй мне найти его. Так, хорошо. Я только не знаю, что будет. Блин. Мне надо бить. Такс. Он не появляется? Нет, он не появляется. Хорошо. Ну, допустим, он не тут. Да, хорошо. Тоже неплохо. Если я так сделаю, будет очень здорово. Ну ладно, можно попробовать. Фак! Такс. Фак! Ух! Уклонились. Найс. Найс, 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 найс. Так, все, хилиться можно. Хилимся, живем. 11 у тебя на 8, окей. Блин, это нихера не просто оказалось. Так, минус труп, окей, на. Уклонение, хорош, молодцы, 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 молодцы. На, сдохнет. Фу, я что поделал? Так, тихо. Все хорошо? Все хорошо, все хорошо. Ножом. Сейчас действие будет уже следующее от него. Так, сюда больше урона войдет. 15. Главное, чтобы он снова не хилился. Необходимая дисциплина. Ах ты, падла! Ай, больно-то как, пипец. Так, тебя надо убивать, логично. И снова любимец. Гнида. И у меня сейчас... Нет, один хп остался, найс. Самохил, ту-ду-ду-ду-ду. Что? У тебя же не было хода, какого хера? Лол. У меня снова один хп, но у него же не было хода. Уродица. Не, блин, это вообще забей. Он очень серьезно бьет. Такс. У него еще 72 хп, это вообще жесть. И кровотек не лег, слава ему. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Правда. Да, эгоцентризм. Вот эгоцентризм, это уже херово. Это барон? Да, Катька, это барон. Баран, блин. Двадцать семь, хорош. Неплохо крит. И снова он ходит, а не я. Ай-яй-яй, Санбек, не умирай. А, ты пока не умрешь. Это радует. Вот и не умирай. Не умирай, не умирай, не умирай. Будь мужиком, не умирай. Я не дам Санбеку умереть сейчас. Это явно. You shall not die. Хорош. Ага, действия четвертого уже не будет, короче. Вот. Так, хил. Пока у меня жива висталочка с масхилом, все должно быть хорош! Да есть же, ну, урон 6 на 5 кровотечением. Давай, добивай! Кровотечение 6! Уху! Найс! Фу, блин. Это жесть, мать-перемать. Только не уходи сразу после барона, там штуки, Аркейн Пак, поздно. Поздно сказал, поздно сказал, поздно сказал. Жалко. Ну, ничего страшного. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Орлиный глаз, Санбек, окей. The virulent clouds from the courtyard have abated. The heirs of the estate feel. Тучи расселись, эпидемия закончилась во многом благодаря недавней победе над древним злом, таившимся внутри
Да, за давно запертыми воротами внутреннего двора. Все зараженные герои избавляются от багряного проклятия. Пам-пам-пам. У меня все избавились от багряного проклятия. Заражение с... Вау! Блин! Охренеть! Там был еще один сундук с этой тринкой. Бывает. В общем, первый раз я пошел на глазюку. Так хорошо шел, так хорошо. Толком урон не получал, а под конец пошел спам, будет хело. А, так это нормально, Свегман, вполне. Он умеет. Фух, это было ни хера не просто, ну да ладно. Спасибо ребятам, что смогли. Так, скачка, молись. Ох, слава яйцам, все зашибись, просто офигенно получилось. Минус баран. Это найс. Такс. По поводу смертников. У меня здесь есть, в принципе, даже отхил и даже ВДшка. То есть смертники у меня в очпе готовы, на самом-то деле. Я получил что-то там по тринкам очень сильно прикольное. Что я получил по тринкам прикольное? Выродок это не... Вот. Плюс 20% лечащие навыки, плюс 20% получаемое снятие стресса. Учитывая, что здесь еще плюс 33% лечащие навыки, можно, блин, из этого, из креста сделать реального хила. Причем он хилить единичный таргет будет круче, чем висталка. Вроде как. Not bad, not bad. Такс. Значит, сейчас все замечательно. Просто таки зажибись. Вау. Дикарка плюс урон, если очков здоровья менее 75, 50 и 25%. Ничего так, боевая раскраска львицы. Приправы Виконта. 3% крита при наличии багряного проклятия, 100% лечения во время еды при наличии багряного. 100% потребляемой еды при наличии багряного проклятия. Ага. Я так понимаю, да, снова эпическое, только это уже чемпионское эпическое. Что за чертеж был? Это чертеж просто в город, я так полагаю. Потому что я убил босса, и да, это просто еще один чертеж. Сюда, в город. Строить всякое. У меня уже построен банк, палатка картографа, кроворазливочный цех, концертный зал. Вот. Это то, что у меня построено. Текст, что мы делаем, ребята мои? Мои ребятки. Обольстительная сирена Хага. У меня могут на нее пойти вот эти ребята, но я даже не знаю. На Хагу... Я ее не убью нормально. Вот сирену бить можно. Но опять же, даже с сиреной будет сложно справиться вот этими ребятами конкретно. Наверное, все-таки нет. Я должен вот этой пачкой отправляться на боссов потом. Она как раз сегодня четвертой станет, нормально будет. Так, здесь у меня что есть? Лонг. Свиной бог, это вообще мразь последняя, поскольку тварь фу не люблю его. Угу. Забавно, но нет, опять лонг, фак. Сплошные лонги, блин. Ну, первого уровня средние есть. В принципе, и это к тому же... как ее? Руин, вот. Поэтому я думаю своей двигающейся пачкой пойти еще раз что-нибудь сходить и сделать. Пошуршать, пошуметь, добудать, добудеть. Сорян, ребят, если вы слышите, как траву косит, но я, к сожалению, на это никак повлиять не могу.
А как понять, депозит в городе 5% в банк? Это значит, что с тех денег, которые у тебя остались, каждую неделю, то есть каждый твой поход, когда ты возвращаешься, начисляется плюс 5% от всех этих денег. Давай на бога. Ты смерти опять хочешь нашей, да, Наи? Не слышим, это радует. Мадя, я так думаю, переименоваться обратно, то кефиром так и не назвал. Я не люблю кефир, Кать, все логично. Я просто не люблю кефир, поэтому ты Катька. Текс. Сюдой. 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 Ну, это висталка. Хотя... Висталки по-хорошему, да бы тоже что-нибудь жмякнуть. Ну ладно, будет хилить. Так, и шуту скорость обороты и намного больше урона. Хотя минус меткость, он так-то не особо меткий. Такое себе дело будет на самом деле. Не, ну ладно, пока можно, в принципе. Окей. Припасики, 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 припасики. Ты можешь пойти покосить с ними, чтобы они быстрее закончили. И траву, а не траву. Нет. Это я по поводу травы, тост. Покосить ты с ними, может быть, я и могу, если вы хотите, чтобы я закончил стрим. Изи вообще. Вот. Но все-таки траву. Траву. Неважно. Я могу говорить и так, и так. И трава, и трава. Ну, трава, она и в Африке трава. Правильно? Правильно. Потому что это просто трава. Сейчас, на дворе трава, на траве трава, на дровах братва, вся братва в дрова. Во. Хорошая скороговорка. Такс, вроде как мне... А, ключ. Три ключа. Вот теперь вроде как мне больше ничего не надо. Эй, погнали. Двигаться, 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 двигаться. Тут... Ой, шаг, я же на второй позиции стоял. Да? There is power in symbols. Collect the scattered scraps of faith Ты у меня разве на and второй give позиции? comfort А, to the masses. да, то точно. Ты у меня на второй позиции стоял. Твоя, правда. Блин. У меня теперь сортировка всегда будет неправильная. Пипец. Ну ладно. О, кстати, задание не очень удачное, потому что мне придется три места в инвентаре отдавать под священные реликвии. И это хреновас. Очень большой кусок хреноваса. В мешке карта, окей. Ага, у меня две стены ждет впереди 100%. Ни хрена себе подарок. А у меня всего две лопаты, между прочим. Так, первая священная реликвия. Окей. Здравствуй, Арч. Слушай, Арчер, грибочек, ты наконец-то на ДД пришел. У меня уже теневая пачка давно сформирована, она уже четвертого левела. Люди, которые ходят исключительно в темноте, и даже босса в темноте умудряются убивать. Не, босса я на свету убил, но потом доходил дальше в темноте. А ты все это дело пропускаешь, хотя ты так хотел, чтобы была пачка, которая в абсолютной темноте проходит. Я даже специально такую пачку создал, а ты пропускаешь. Ай-яй-яй. Здорово, тебе, да. Шут раз не должен на второй третий стоять? Не должен. Этот шут вообще ничего никому не должен. Этому шуту уже давно норм. Похоже, я согласен с Вегном. Это называется ночной дожор. Прикольненько. As victories mount, так, как на дальше. Еще одна священная реликвия. Неплохо. Слушай, ничего так в натуре. Быстренько как-то. Даже удивительно, я бы сказал, быстренько. Ну да ладно. Так, шут у тебя просто на баф. Хорошо, что на баф до сих пор есть, это полезно. Такс. Вот. Отлично. И урон по четвертой позиции нет. Ну ладно.
Another one falls. И такой, короче, ваншот, ваншот, ваншот. Три. Очень-очень скромненький оранчик. Так, я тебе по секрету скажу, только никому. Я твои стримы, записи пересматриваю. А-а-а, хитропопник. Подожди, мне никто не может долбить четвертую позицию? Да ладно. Не, может. Грейв Роберт с ножом может долбить четвертую позицию. Да. А давай-ка я все-таки сделаю вот так вот. Мне бить четвертую позицию все-таки реально надо. Finding the stuff is only the first test. How it must be carried home. Действительно, хороший вопрос. Так, трава, трава у дома. Отлично, еще один фак ел. Ага. Первое пожрать. Неплохо, наверное. The path is clear. We require only the strength to follow it. Так, скаута пока больше нет. Мне надо, чтобы в этой комнате 100 пудов был скаут, чтобы я вот здесь вот не упустил случайной секретки. Так, Мусакас читает неприятные отрывки. Не надо читать неприятные отрывки, хреново это. Mind that such missteps are the exception, and not the rule. Так, 77, нормально еще. Тупик, есть скаут, хорош. Да вот, мех. То, что надо, ёпта. Нет, стоп. Блин, как это умно-то сделать, ёперный театр. Сейчас сделаем умно. Окей. Сейчас сделаем умно. Так, давай так. Оп. Оп. Та-дам! О! Все расперделил! Жек! Я сейчас на трех работах, может, ни хрена, Сиарыч! Зачем так убиваться-то? Обалдеть! Приятный аппетит, Сагмда. Ну, я стараюсь так, что ты еще хочешь от висталки. Ну да, от висталки урода не надо ждать, надо ждать хила, все логично. Шаг, ты мне скажи, когда конец у этой игры, а то я не смог поиграть в нее. По идее, где-то в Darkest Dungeon, да, когда ты проходишь три уровня этого ДД, именно темного, темнейшего подземелья, по идее, там где-то концовка. Такс. Ты как Флатушек тоже работящий, да, Арчи, вообще пипец. Такс. Давай защиту от ночных... Хотя не, мне пофигу на ночные нападения. На самом-то деле. Так, давай... Скаут больше не понадобится. Угу. Давай так, меткость криту. Сюда. Криту сюда. Случайный припас. Лопата, отлично. Ну и можно защиту набафить, на самом деле. Шикарно. Так, значит, здесь у меня... Бой в комнату за диковинку. Я не думаю, что мне туда надо. Вообще не думаю, что мне туда надо. Поэтому мы просто идем обратно. Там нет места задания, там просто две левых диковинки, которые мне вообще не интересны. Поэтому мы просто идем дальше искать место задания. Вот и все. Три трапециоида уже есть. Это прикольно. В принципе. Такс. Окей. Блин. А, шанс попасть 80%. Ой. Ай. Ух. Их. Ауч. Чё-то они быстро ходят. Блин. У меня скорость 8, у них скорость 5. Они быстрее пошли, чем я. Пипец. Their formation is broken. Maintain the offensive. Да, что-то как-то не очень приятно получилось, надо признать. Особенно, когда по тебе критом шлепают. Confidence surges as the enemy crumbles. This expedition at least promises success.
Давай вот так вот мы сделаем. А, шут плюс к навыку кровотечения. Но у меня шут не через кровотек, поэтому пофиг, в принципе. У меня шут не через кровотек идет. Поэтому навык кровотечения мне нахрен не сплюсился. Так, ну... еще пожрали. Чего? Ну вот сам себя не купит, и эквип даже из воздуха не матерится. Не, ну так-то логично, этот Арчи, ну блин. На трех работах ради этого убиваться, ну фиг знает. Ну хотя, может, я по кайфу. Че, может, я не прав? Это я ленивая жопа, а ты-то работящий. The light, the promise of safety. Да, Арчи, удачи тебе, действительно. С этим делом. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Во! Еще одна стена! Нихера себе я вовремя лопату нашел! В лагере. Просто пипец. Чтоб я три стены встречал, так обычно. Угу. Так, здрасте. Урон 5-9, урон 5. Здрасте. Урон 7-14, урон 7. Ну вот это уже обидно было. Так, спасибо. Эрагон доделывает, в принципе, дела. Ай. Это нормально, это нормально, это нормально, это нормально, это нормально, это нормально. Опа! А дерево сталки на первой позиции, это, блин, ненормально. Хватит двигать. На нах, понял? Минус урон. Все. Так, ну давай теперь вот так. Сейчас будут в финале. Сейчас я кого-то финальну, по идее. Финальну. Неважно. Так. Дынк. Эй, кровотек. Правда, на два всего, но тем не менее. Так, масхил мне будет доступен? Будет. Хорошо. Масхил. Тут. Финале. Decimated. И все такие... Мне нравится, что при финале такой на заднем плане такие хлопки, зритель такие типа. Это очень забавно звучит. Такс. Опыты ничем не кончились. Ну и ладно. Так, дальше. Скаут есть, это радует. Это значит место задания. Это значит, что мне надо туда и никуда больше. Блин. Не, ну дальше я, конечно, пойду, даже несмотря на то, что на там. Несмотря на то, что там. Вот. Тупой бой для дебилов. Но тем не менее, я могу туда сходить. Так, с баблище. Это радует. Радует нас. И, собственно, вот она, тупая тринка, которая просто засоряет инвентарь. Не тринка, в смысле, а просто вещь. Деньги. Так, тринка. Факела. Значит, вот что у нас осталось, то, что можно выкидывать. Вот, четыре. Четыре позиции, которые можно просто послать нахрен. Вот. Еда есть, я могу еще ходить. Факела тоже есть. Причем сейчас я факел один потеряю, я его использую, и то есть у меня освободится одна позиция вообще. Плюс у меня 500 монет доступно, которые можно еще собрать в стак. И это не кроватно. Так, висталочка. Неприятная трёхкнопка, ну и бибиби. Так, ловушка обезбреженная, это тоже неплохо. В мешке добыча, ну и ладно. Ну и не больно, если хотелось мощную добычу, да. Ладно. Так, три позиции, которые можно обменять, в принципе. The match is struck. A blazing star is born. И, собственно, здесь бой просто так, но за этот бой мне наверняка насыпят лута, поэтому я не против этот бой, как бы сыграть. Хорош. Свегмин критовый. Так, сюда. И еще сюда. Хорош. А блин, от Зельзе. Ну и массовый.
пойдет. Полетит, побежит, поползет. Ауч! Вот это сейчас неприятно было. Так, ладно, давай сюда. Висталк у нас переходит на, собственно, четвертую позицию. Внезапно! Так, сыпь-дык. Хорош. Лутик. Лутик. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Так-с. Лутик. Ну да, вместо факела пока. Факел мне не особо сильно дальше понадобится, поэтому пока что можно. Висталочка. Отлично. Положительное действие. Авантюрист заповедника. Окей, не вопрос. Так, свежий факел еще нашли. И вот теперь мне нужно место под полтинник монет. Святая вода пока. Угу. Окей, это неплохо. Фишка в том, что 10 кп-то он может сразу убить, а вот 13 нет. Annihilated, нах. Хорошо. Его бы застанет еще? А, у меня стана нет. Я же висталка, которая двигается, точно. У двигающейся висталки стана нет. О, найс, уклоняйся. Уклоняйся. Бдынь, хорош. Лутик. Оу, штукарь целый, нифига себе. Так, давай-ка я ключ себе дам. Ключик мне может очень даже пригодиться. Sacred Heart, шаг, а что после грибочка идет? Сердцем. Sacred Heart — это священное сердце. О! И вот для этого как раз я взял ключ, на самом деле. Я не уверен, что они не захотят жрать, конечно, но я очень надеюсь, что они не захотят жрать. И вот ради того сундука я как раз взял ключ. Я понадеялся, что сундук все-таки будет. Куда еда делась, какая еда? Какая еда, Мэйк? Не было никакой еды. Кажется, тебе все. Masterfully executed. Не было никогда никакой еды, все логично. Ничего не знаю, не было еды. Ага. Ага! Застали врасплох. Неплохо, теперь можно свет погасить. И музяку послушать офигенную. Блин, охрененная музыка. Eradicated. Блин, аж мурашки от этой музыки. Шаг, чего, Эммонелька? Так что у тебя с микрофоном? В смысле? Чего у меня опять с микрофоном не там, Сакас? Ребят, у меня опять микро лагает, что ли? Не, вроде не лагает. Сакас, у меня же наушники сломались. У меня сломались наушники, я покупал себе новые. Вот. Отсюда, собственно, и новый микрофончик. Все логично, поэтому меня по-другому слышно. Причем это вторые наушники, которые я купил. Первые я вернул, потому что от них, оказывается, был фон, который ребятам очень не нравится. Я послушал, вернул одни наушники и взял себе другие. Вот, все ради вас. Хорош. Так. И ключ сюда. Блин. Чё мне нужнее? Купчие, по-моему, мне не так сильно нужны уже. Гербы нужнее, на самом деле. Можно две скульптуры вместо 500. А, нет, стоп, купчие мне все равно нужны. Да, вот так вот лучше. ГГ, хорошо сходили.
Сори, не знал, твой голос какой-то необычный. Ну, это мой нормальный голос. Причем Тузяка говорит, что этот микрофон передает мой живой голос куда лучше. Поэтому это мой нормальный, настоящий голос. Выспавшийся и отдохнувший? Да брось, лол. Я наоборот, ни хрена не выспавшись, потому что я лег только в 6 из-за жары. И ни хрена не отдохнувший. Я просто сытый и довольный. Так. Ага. Снятие крышечки без... Так. Опа! Сандбэк сделал ставку в игре и выиграл украшение книга о телосложении. Неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. А мне кому-нибудь надо крышу еще лечить? Я думаю, нет. Вот этим ребятам точно не надо, потому что они, по идее, сейчас на босса идут. То есть, пока я снова не пойду во внутренний двор, у меня насекаторы не разлетятся по округе, да, видимо? Любопытно. Без насекаторов пока поприкольней будет. Вот как буду готов, тогда... Уху, у меня целительный дар, это же офигенно. Я бы не сказал. Где ты, Вакедон? Целительный дар — это лечащие навыки в лагере, к сожалению. Это не значит, что ты будешь больше хилить. Это значит, что ты будешь в лагере больше хилить. А я в лагере не хилю, а бафаюсь. Вот, поэтому... Я бы не сказал, что это так уж сильно прекрасно, честно говоря. Не. Чё-то всё не ок. О, шорты. Смертники. Кстати говоря, по поводу смертников. Дай-ка я сделаю так. Здесь я сделаю так. И здесь я сделаю... Так. Да, ВДшка должен быть на третьей позиции, явно причем. Хотя не, его можно на четвертую пихнуть. Можно сделать вполне себе вот так вот. Да, блин. Нет. Вот. Этот с третьей позиции будет и ножом бить, и артой бить. И хилить, в принципе. Not bad. Шак, я же теперь вдвойне полезный стал? Ага. Вакедон вдвойне полезнее, блин. Как реклама йогурта, честное слово. Так, ну чё, смердники. Погнали. Просторан. Надо будет теневиками сейчас куда-нибудь ещё обязательно сходить. И, блин, я всё равно надеюсь, что этот кто-нибудь будет босс. Так. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Текс. Плюх. The darkness holds much worse than mere trickery. Смертниками на шамблера, а? Круто, правда? Только у меня факелов нет. Пам-пам-пам. Текс. Ага, молоко вдвойне вкуснее, если это кусок мяса. Да. Или там шоколад вдвойне вкуснее, если на ночь нельзя. Так, хватит меня двигать, падла. Так, отлично. Назад. Это лучше, потому что кровачок не может бить с третьей позиции. Самобичеватель только на второй. Ой, ты же у меня нулевой левел, да? Ой, блин, а у тебя скиллы вообще не очень. Да, ну ладно. Немного профокапился я с кровотеком, но это ничего, это бывает.
another one falls. Ну дай на Шамблера посмотреть хотя бы смертниками. Так у меня факелов нет, я не могу его вызвать. Я даже если очень сильно захочу, по идее, не смогу его вызвать, если у меня нет факела. Или я не прав? По-моему, прав. Коста прав. Шоколад вдвойне вкуснее, если это колбаса. Ну или так, да. Сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь. Так, тут все сдохнет. Окей. Странное такое исцеление, честно говоря. Ну да ладно. Тут молоко вдвойне вкуснее, если это 5 кг пломбира. Лопнешь, деточка. Просто лоп. Оу. Ничего так. Вообще ничего так. Спасибо, лута, было приятно. Так, ни лопаты, ни ключей, ни хрена нет. Замок с ловушкой есть, бывает. 40-70. По-моему, слушай, по-моему, шанс обезвредить ловушки подняли оккультисту в ВДшке. А у них раньше 60 вроде был. Не недооценивай силу жадности и жары. Но насчет жадности хаза, жара, да, согласен. Аналогично, сам плавлюсь дофига. Вы же чё, Эммануэльич? Сейчас я посмотрю. Шаг, советую брать ключи с смертниками, они дают X3 дропы из сундуков. Хм. Не, ну так-то смертникам можно тогда и святую воду взять, знаешь, тоже, чтобы дроп был и так далее. Я просто не хочу, то есть смертники, они на то и смертники, что я на них ни копейки не трачу, а они исключительно зарабатывают, понимаешь? А если им еду еще давать, то это будет стандартная пачка. Понимаешь? Ну то есть, это не ок, это не мой путь. Я просто не даю ничего и получаю кое-что. Вот и все. В этом суть смертников. Мне уже предлагали ходить там с чем-нибудь, давай хотя бы по одной всякой. Я вот дам всякой по одной и потеряю 1000 золота. А смертники у меня возьмут и сдохнут в первом же бою. И чё, я просто потерял 1000 голды. Понимаешь? Не ок это всё-таки. Окупается здоровье не всегда. Зная свой опыт похода смертниками, особенно с неудачными боями, которые могут сложиться, ну, моментально просто. Вот первая комната, первый переход, первый бой, сразу ГГ. Нет. Нет. Просто нет. Ого! Нихера себе хил! У меня бы в основной пачке кто-нибудь бы так хилил на 17. С первого раза. Дриада, галатин, рулет. Ответом на твой вопрос будет нет. Галатин, но галатин неплох, но он очень медленно атакует. Галатин сам по себе неплох. Просто он медленный. Слишком медленный галатин. Эстонское оружие. Хотя критов у него дохрена. Я предпочитаю сейчас сломанный посох, потому что у него огромная скорость атаки, неплохой радиус атаки, и я его на вирус сделал. В итоге я просто вирусом бым бам 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 бам. Такое количество эффектов вируса не выдерживает обычно ни один моб. Даже сотые левела, даже элитки сотого левела. Ты просто подолбишь их ударов 40, и все, они подыхают. А так как это очень быстрое оружие, 40 ударов это не так уж и много. Такая пирога. Ну, это уже неплохо, слушай. 3600, 4600, 5000 уже, 5, так, это уже за 6 перевалило. Плюс 3 единички еще до кучи. Весьма неплохо. А вот и факел. Шамблер, о, Шамблер, о, нет. Я как бы выиграть еще смертниками не против, вы знаете? Чтобы хотя бы там деньги себе... Ну ладно, возможно, если я пройду сюда, и все будет нормально, возможно, я так и быть покажу вам Шамблера.
Я не верю, что здесь есть те, которые, кто его не видел. Вот я просто не верю. Эта жопа на меня и просто так нападала в темноте, было дело. Бывает, подумаешь, нечестный случай. Забываешь о медленности Галатина с Берсерком. Все равно медленный. Для меня даже война была лучше, чем Галатин всегда, понимаешь? Поэтому пуфик. Я предпочту войну, нежели Галатин. Ага, еще штукарь, not bad. И два паука, слава богу, легкий бой. Хотя не зарекался бы, пауки иногда бывают очень сильно нелегкими. Так, ты сдохнешь. Ты не сдох. Ай. Нет, это всего лишь стан. Нормально, вполне. Так, давай похилимся немножко перед шамблером. Отхил пригодится, блин. Потому что мне на него все равно придется. Оооо! Еще 1750 и мелочи насыпал. Офигенно. Ты посмотри, какие смертники крутые. Ты просто посмотри нахер на них уже. Глазами посмотри просто. Слушай, а если они у меня жрать захотят? Они сейчас у меня за весь данж не захотели жрать. Пока я дойду вот сюда, вот они у меня наверняка жрать захотят. А это очень плохо. Так, ты сбежать в любой момент можешь. Я, может быть, не успею сбежать. Очень может быть, что я просто не успею сбежать. Но мы сейчас посмотрим. Я покажу, не волнуйся. Я, возможно, просто не успею от него сбежать. Меня это сейчас пугает больше всего. Шамблер, он сам по себе-то сложный пипец. Без защиты от кровотечения отравления это вообще забей. У меня... Да, у меня есть минус кровотек. А вот они и жрать захотели, твою мать. Ну, почти дошли. Вот почти до самого... Почти до самого конца дошли, короче. Так, самохил. Уродный получил, вообще не обязательного, обидно. Так, секунду, надо в ухо почесаться. Что-то ухо прям зараза, что сейчас такое. Another abomination cleansed from our lands. Еще 5 ненужного урона. Скиллов-то у меня нет нужно, к сожалению. Чтобы отхил брать. Кстати, на Шамблере вот этот вот отхил был бы весьма неплох, который я мог бы получить. За счет новопонеля. Вот, но, к сожалению, нет. Эх, ну здорово, мразь. Вот, Шамблер. Пожалуйста, 77 хп, 33% защиты. 100% защиты от оглушения, 40 от яда, 40 кровотечения, 40 от ослабления, 50 от двигания. Мне надо двигаться в самый наперед. Так, шлеп. Да, кстати, он мистика, что забавно. То есть, против мистики, если у меня будет что-нибудь, это что-нибудь будет против мистики шикарно работать. Ну давай, вызывай. Да буди, блин, да будай. Вот, пожалуйста. Помощник. Но у этих помощников по 10 скорости... И у них, посмотрите, какие бафы. Этот баф вешается с каждым ударом. С каждым, Карл. Максимальный пробаф, сами представляете какой, да? 75% защиты, 150% урона, плюс 9 скорость, то есть скорость будет 19. И меткость и крита. Ну вы поняли. Вот, поэтому Шамблер здесь даже не самая большая хрень. Самая большая хрень это вот этих ублюдков валить. Так, с минус один будет, это радует. Ядом их можно валить достаточно хорошо, это радует. Ядом и кровотечением действительно они валятся весьма неплохо, как оказывается. Сопротивление, вот жопа. Варк, я сказал.
Что дальше будет? Еще. А, нет, это уже стресс, это не кровотек. Ага, и перемешивание. Окейно. Внезапно культист ходит первым. Пам-пам-пам. 17 откид. Не ерази. Неплохо. Еще больше набафа. Окей. Так, давай травить шамблера, этому я кровотек буду вешать тогда. В этом смысла побольше будет. Так, кровотек. Все, сдохнешь. Слушай, если я вообще смертниками завалю, это просто вин будет, ё-моё. Хотя, может, и не завалю. Экзотикация, это нормально. Сейчас у меня оккультист крыши поедет, у него 5 раз всего осталось. Шлеп 11, хорош. Лол, да я в натуре шамблера могу завалить, охренеть. Вяу-ве. 4-4, 8. Мне надо нанести ему 8 урона. Я не могу отсюда наносить урон, фак. И оттуда я тоже не могу наносить урон, фак. Так, у него осталось, в принципе, 4-4, да. Шамблер самосдохнет в следующем раунде. Теперь мне надо сделать так, чтобы у меня ребята смогли убить первыми. Господи, начали обсуждать извращенцы долбанные, честное слово. Как вам не ай-яй-яй не стыдно? Так, с отсюда ты же можешь уже бить? Можешь. Отлично. Блин, 2 урона бы, ну ладно. Значит, в следующем ходу самосдох. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Круто, да, хрена. Оп. У меня ачивочка. Блин, у меня смертники шамблера завалили. Я херею с ним. Фамильная бутылка. Максимальный очков здоровья, потребляемая еда, плюс урона стресса. Охереть-ка. Вау. Круто. Не ожидал. Реально не ожидал. Ну вот ВД-шка плюс кровотек, ВД-шка плюс самобичеватель. Это охереть, какая пачка получается. Одиннадцать тысяч, 3 до кучи еще. Весьма неплохой проход. И мне, естественно, пофигу, что на них пошло, потому что они сейчас у меня уйдут нафиг. Before the crows and rats made it their domain. Так. Another soul battered and broken. Cast aside like a spent torch. Потеряша? Не. Портер Саша, господи. Спасибо большое за саб. Портер... Я еще раз правильно прочел? Портер Саша. О. Спасибо за... Сап, Портер Саша. Спасибо за поддержку тебя, собственно, персонально. Welcome. Поспамьте ему всякого, ребята. Потеряша звучит тоже прикольно. Ну ладно. Такс. Значит, еще раз на смертников. Можно и, в принципе, выродка взять. Выродком я давным-давно не играл. This man is more dangerous than he seems. С выродком, по-моему, не пойдет лепер, потому что лепер святой. С выродком пойдет этот БХ вполне. ВД пойдет с выродком. И мне нужен пришиватель на хил, либо арбалетчицу на хил поставить. Почему бы и нет? Лол. Shoot, bandage and pillage. The dancing steps of war. Давай сделаем так. Ну, здесь у меня все скиллы включены. Логично. Так, стопаем. My god, it's that amazing. Спасибо за фоллоу. Здесь ничего интересного у нас нету. Ладно. Так, что у нас есть из интересного? Теневое кольцо? Нет, это урон против нечисти. Это неинтересно. Две скорости наемника. 25% урона против мистика. Это в ДД понадобится. Может быть, когда-нибудь. Съезд докторов. Плюс 40% получаемое лечение. Собрать 3 лекарства.
лекарство. Нам пока не... Ай-я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 й. Кто у нас на сирену пойдет? Дрю, Катька, Зенди, Санбек. Да, мне надо идти на сирену. Эту херовину упускать нельзя, ни в коем случае. Эммануэлька Спумер. Да, и мне, я аж на самый верх промотал, чтобы посмотреть, что там Эммануэлька заспамила всякого. Текс. Дрю, значит, мы идем сейчас на сирену, да? Мне придется проходить... Мы идем на средний уровень, здесь уже крабы появляются, эти дотеры, которые, да, ракообразные. Мне понадобится очень много урона и, наверное, все-таки сопротивление. Нет, мне нужно другое сопротивление. Вот. Вот это сопротивление мне нужно. Такс. Здесь мне нужно... У ворота, наверное, и скорость. Да, скорость мне очень сильно понадобится. Давай скорость уклонения и... И плюс урон. Бить я буду, да. В ЭД-шке здесь понадобится конкретно обязательно яд. И рукопашные навыки тоже пригодятся. Окей. Ну а висталочка, соответственно, будет со своим. Как обычно, свиток плюс отхил. Найс. Когда-нибудь голову я себе верну, блин, когда-нибудь. Слушай, а может пойти смертниками и специально сдохнуть, потеряв тринки? И тогда появится вопила, и у вопилы забрать 8 триник, среди которых будет наконец-то башка, которую я потерял? Коварный план. По-моему, это неплохой план. Что это за приз такой? Свиток на висталку. Свиток на висталку, который у меня уже есть, но на всякий случай мне нужен еще один, а то вдруг я этот опять потеряю. Это будет обидно. Твою налево. Еги, ни хрена себе! Ёперный театр, кто пожаловал? Здорово, Еги! Добро пожаловать к сабам! Спасибо тебе за саб большое, спасибо за поддержку, тебе, собственно, персональное. Welcome! Поспамьте ему, ребята, кто-нибудь, кроме Эммануэльки. Эммануэлька уже отспамила все. Хигиза! Спасибо большое за саб, Хиги. Такс. Да, я иду в бухту, мне обязательно трава нужна еще. Охренеть, я снарядил своих ребят. In financial desperation, I struck a bargain with the ancient things that surfaced in search of sacrifice when the moon was right. Their price was the delivery of an obscure idol. Ему переспали, это просто Эммануэлька. The pact struck. My newfound accomplices slipped silently beneath the brackish water. A fearful stirring at the edge of the torchlight betrayed a familiar witness. Оба! Нихера себе, еще и свегмен. Вы что, с ума сошли, что ли, ребят? My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Спасибо тебе большое, свегмен, за саб. Обалдеть. Спасибо тебе большое за поддержку и тоже персональное welcome. Ребята тебе уже спавят всего и всякого. Спасибо, Свегн, спасибо, Хеги. Обалдеть, вот чего не ждал, того не ждал, на самом деле. Круто. Ого, Свегмен, да вообще офигеть. Я тоже в шоке такой сижу, Свегмен тут засабился. Внезапный... Угу. Окей, давай пойдем отсюда. Шак, ты на барона ходил? Да, Дример, я барона убил. Это было нихера не легко и не просто, но я барона убил.
Так, шикарно. Факелап. Как бы с развращением, но как бы нет. Не, ну, с развращением, если у тебя Twitch пишет, что, ну, ты, типа, ты не первый месяц засаблен. Так как ты уже был сабом, но потом перестал им быть, но потом опять стал, Twitch считает, что ты засабился на первый месяц, а это велка. Это как бы развращение, ну да, но велка. Развратительный велком. Так, мне надо этого толстяка прежде всего убивать, иначе будет все очень не очень. Спасибо. Я не хочу, чтобы он меня взрывал. Ну нахрен это дело. Так, сколько у тебя? Два, не сдохнешь. Значит, самому придется валить. Я теперь могу пользоваться томатом не только в Дискорде. Да. Вообще без вопросов. У меня, кстати говоря, у Чирна на канале там есть один модер, который меня, короче, рекламируют и Чирна. Я такой, типа, здорово всем, ребят. Он такой, одну все быстро зафоловились на него. Я такой, что? Это очень забавно выглядело. Причем третий раз уже. Вот. Я ему честно говорю, что никто там не хочет видеть русского стримера у себя в фоллоу. Ну, типа, хотят ребята, хотят. Им, видимо, очень понравился смайлик вот этот, Джокерлов. Где лост сердечко держит. Потому что я им здороваюсь в основном там. И, видимо, он им нравится. Это радует. Классный смайлик от Лерки. Мне нравится, что он нравится не только мне. А это Сибарис нормально? Вирус, я себе Прайм Сибарис так и не собрал. Я знаю, что Декс Сибарис — это охренительное оружие. Это одно из моих основных оружий. Сибарис, Декс. Вот. Праймовский, насколько сильнее, не знаю. Ну и плюс он одно из моих самых любимых оружий, просто потому что у меня на него есть мод разлома, который увеличивает его урон практически на 350%. Наверное, это дохера, поэтому он мне очень сильно нравится. Неплохая группа, я почти такой же в легкую все проходил, только вместо ВДшки шут. Мне нравится ВТ как лечение кровотечения, лечение отравления, само отравление, само кровотечение. Тем более, сама ВДшка наносит весьма себе неплохой урон, на самом деле. Полезная вещь. Полезную ВДшку. Лопата не дает устрицы закрыться, я получил целый стак золота, весьма неплохо. А, ну да, я снова ее нашел, я чуть не прихренел, что это еще одна секретка. Не надо прихреневать, что это еще одна секретка. Так, и здесь лопата нужна, кстати говоря. Вот, когда идешь в бухту, надо очень много лопаты и очень много травы. Лопата и трава — это наше все. Так, спыньк. Пыньк. 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 Вот. Найс. Так, продолжим наш поход. У меня там три боя, правда, моментально ждут. Именно поэтому я сейчас в лагерь решил не садиться. Блин, бесполезно это дело, когда тебя три боя ждут номинально. Декс. Дальнее. Отлично. Дальнее. Сдохнешь. Шикарно. Дальнее. Сдохнешь. Великолепно. Потрясающе, изумительно, восхитительно. Минус. Окунь. Хреновато. Минус. И кровачок на вторую. Не, на первую. Не угадали. Лох. Так, нанах. Минус окушок. Оп. Десятка. Вообще урон в мили 8-15. Это как бы для ВД дохера урона. И если уж на то сравнивать у ВДшки, кстати говоря, Дример, у ВД намного больше урона, чем у шута. 6.11 своего урона, да, это реально больше, чем у шута. Мне менять пока не на что, потому что мне впереди три боя. Хрень это будет полная, если я поменяю сейчас. А вот это уже серьезно. Пинк. Так, теперь наверх. Впереди три боя, и после этих трех боев уже, в принципе, можно встать в лагерь. Попробовать.
Ну, я прям даже не знаю. Вместо одного ключа. Ну что, гербы? Вместо одного ключа гербы. Я бинты пока обменивать не буду. Я боюсь этих... дотеров. Блин. Дотеров лечить надо сразу, когда они щипок артериально делают. И ВДшка с этим сразу явно не справится. Ну, в смысле, моментально отхил, да. Здорово, Сандак, еще разок. Так, что там? Из нормальных мод разоронов есть только мод на Сильвы, Гиды и на Вектис. Прикольно. Так. С утра часто захожу к другому стримеру. Здороваюсь, только ему не шибко нравится. Ибо на него не подписано, на каких-то других людей. А, то это... Блин, это на самом деле очень глупо. Эгоист такой. Шаг, я на Золтана. Это так работает? Да, но не в... Ну, конечно, да, но не в этой игре, Свегман. А так-то да, конечно. Это работает, не сомневайся. Давно в FTL-ке не заходили, кстати, действительно. FTL-ке очень давно не было. Блин, музяка офигенная. Тут просто вот, кайф. Formation is broken. Maintain the offensive. 4, так, этот сдохнет. Остался только Акушок. Акушок! Да-да-да-да. Оп, найс. 500 монет. Ну, здесь, в принципе, 4 еды. Мы ее схомячили. 500 монет вместо еды поставили. Хорошо. 25 монет. Ну, охренеть теперь. Еще один такой же бой. Окей, такс. И еще разочек давай по накатай на схеме. Здесь, возможно, сейчас у меня скорость перекинется получше. То есть у кого-то из моих будет скорости побольше, у кого-то из его будет скорости поменьше и так далее. Тогда перекидывание вполне себе возможно остается. Вот, например, урон уже не 11, а 18. Тоже неплохо получается. Вот, например, Дрю взял и уклонился, например, да? Нет, мне надо сделать так. В первый ход он не взорвется, это факт. А, ну, и он даже ходить не будет, не помню. Остался только Акушок. Ай-яй-яй, как же охеренно урона. Декс. Success so clearly in view. Ёперный театр. Не, на русалку без факелов это херня полная, абсолютно. Мне нужны деньги? Да, мне нужны деньги. Мне нужны деньги, мне нужны деньги. Вместо гербов? Да. Я здесь скорее за деньгами, нежели за ресами. Шаг, ты не думал из мастерской пару скинов скачать просто для разнообразия? Нет, не думал. А тут Катька и одна дотер. Ну и чё, здесь Шагерон тоже дотер, и чего? Вот фыр, между прочим. Там не столько в уроне было дело, он вообще мог бить только под второй-третьей позиции, зато имел возможность снимать стресс, плюс баф всем криты. А, ну так-то да, если через баф ты идешь, тогда ладно. Я думал, ты через двигло ему идешь, ну типа финалка. Ты, кстати, зря что-то недооценишь, вот этот скилл, финал, по-моему, просто делает минус один враг в начале хода. Нет, он не делает минус один враг в начале хода, Санбек, его переработали уже, причем достаточно давно. Поэтому финал стал намного сложнее. Во-первых, почему я его недооценивал? С чего ты взял? У меня уже есть патька с шутом. Ай. Я и ходил уже по подземелью. Я знаю, что такое финале, и я знаю, что перед тем, как его использовать, чтобы он сделал минус, это в финале надо как минимум дважды бафать. А лучше трижды. Поэтому, ну, ты меня недооцениваешь скорее, нежели я шута. Я бы так сказал. Блин, пипец, они больно делают, я офигею с них. О, нормально, Дрю, мне тоже больно делать умеет. Так, мне надо последние две позиции убить, чтобы они не трогали висталку ВДшку. Вот, только я до нее не дотянусь, я ее не добьюсь. Ну, хотя нет, подожди, добью, все. Ага. Все, минус, найс. Так, у тебя будет минус на следующий ход только, хорошо. Ну как раз на следующий ход у него будет минус, и я успею отхилиться нормально. Вполне себе. Так, хилим пока себя. Потому что он может сейчас ударить его. Нет, он бьет Дрю. Хорошо.
вполне себе. Так, теперь надо набафаться немножечко. Пропустить ход немножечко. Отхилить немножечко. Есть, висталка ходит первая. Массовый хил или просто хил? Здесь не хватает 14 хп, здесь не хватает... Вот, прилично хп, окей. Ну, десяточку похил. Not bad. Так, хорошо. Так, это было три боя подряд. Пожалуй, я сейчас встану в лагерь. И даже поем еды, еды еще дам. Так, значит так. Здесь, да, здесь ночных нападений стоит опасаться, поэтому я от этого как бы абстрагируюсь. В 7 урон 10% урона или себе 20% урона? Я думаю, себе 20% урона. Так, и болезнь мне вроде как никому не надо лечить, да? У меня вроде никто не заболел. Да, у меня никто не заболел. Хорошо. Ну тогда да, крышу установим, что у нас там? 17, 15, 15. Ок. Все, неплохо отдохнули, так сказать. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Минус 25% урона до привала. Вау! Вот вообще не ожидал на самом деле. Я никогда эту статую не щупал руками, честно говоря. Вау! Неприятно, очень сильно. Хотя, стоп. Нахер шел? Понял, да? Угу. До привала. Угу. Сейчас, 10 раз. На обычный непраймовский нормально зайдет этот мод. Ты про что, Арч? Ну-ка. Так ты траву сними, дебаф, так я допер. Так, векти 155, пронзание на вылет. Не. Пронзание на вылет у Вектиса, не знаю. Я бы. Ну, во-первых. Блин, Вулкар наше все, это раз. Потому что у него есть мод синдиката, который обеспечит ему плюс 60% урон во время прицеливания. Это охеретель. Во-вторых, пронзание на вылет на снайперскую винтовку, ну такое себе, не знаю, лично я фиг знает, серьезно. Мне бы это было непонятно нафига, блин, пронзание на, на вылет снайперской винтовки. Здорово, сметанка. Ай-я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 й
Давай. Ага, просто бой. Блин, обидно. Ну, в смысле, обидно, что просто бой. То есть бой ни за что. Вот здесь вот ни хрена нет. Волна стресс. Укладнение неплохо. Очень неплохо. Ну, зато стресс не поднимается, тоже прикольно. Так, хорошо. Здесь у него 10 хп, здесь 12 хп. Еще одно уклонение, это шикарно. Так. Давай сделаем шлеп. Ага, ракушечный барьер. Окей. Так, давай сделаем шлеп. 8, шикарно. Максималку урон прокнул. Этот сдохнет. Так, теперь что с этими делать? А, здесь мне нужно исключительно травить. Травы попрову по всей земле. А, у него же сопротивление отравлению, кровотечению, в смысле, весьма сильно. Ну ладно, я тебя просто так бить буду, изи вообще. Я его просто буду аннигилировать ударами. А у меня висталка вполне себе отхилит любой урон, который будет наносить окунь. Либо окунь, либо сама эта херовина. Я думаю, вообще изи отхилит. Я могу даже сделать вот так вот. Я тоже могу дефать. А так как они могут бить только первые две позиции, я, собственно, за счет дефа буду вылезать. Понял, на? Я тоже так умею. Так, шикарно. Бей, не вопрос. Еще морской рубец. Ну, типа, урон, а потом висталка такая сейчас. Аллилуйя.
Такая, аллилуйя. Все. Какой урон? Не был никакого урона. Октопой снова. Один. О, боже мой. Блин, кровотечение. А вот кровотечение это уже неприятно, фэр. Так, сдохнешь? Нет, у тебя еще много хп. Вот так вот сдох. Неплохо. Импрессив, согласен. Так, еще дефы. 120% нахрен защиты. Ну нет, 80. Максимальная защита почему-то отображается 80. Защиты 80, очки защиты 120. По-моему, мне игра где-то налюбливает. По-моему, что-то игра немного врет. Любопытно. Давай, Хеги, удачи тебе с поисками Болтера и Вепря. Здорово, Вега, если не здоровался. Разочаровался, правда, что промысков два патрона в обойме дали, но все равно Вектис и Мхо ван лав. Ну, типа два патрона, ну типа окей. Ну да, не ваншот, но тем не менее. Я все еще лучше висталка. Да, Санбек, ты весьма неплох. Я не могу сказать, что прям, ну вот совсем лучше, но ты весьма неплох. Одна из лучших, скажем так, чтобы никого не обижать. Так, с боссу. The light, the promise of safety. Боссу. Ну, погнали. Удачи нам с рандомом. Здорово, висталка. Ой, висталка, говорю, русалка. Русалка-висталка. 21 нахер дамаги с самого начала. Нихера так себе. 9. Ну, это минималка урона прокнул, к сожалению. Песня желания. Сиськи! Но, слава богу, Катька уже ходила, поэтому пофигу так-то. А вот если Катюха на меня варкнет на минус скорость, это будет очень не очень. Ой, шокер. Ой-ой-ой. Шокер, иди нахер, а? Отлично. Да, шокер уже пойдет нахер, это нормально. Два кровотечения, это тоже, в принципе, нормально. Рев. Фак! Вот на меня рявкает все-таки. Катя, ты жопа. Катя, так тебе кто не говорил, что ты жопа? Катя, вернись взад. Опять высокий прилив, да твою мать. Теперь окунь. Окей. Окунь, в принципе, не страшен. Ага. Ну, типа... А, хотя... Ну-ка, давай так. Блин, вистал... Не-не-не, уклонение. Сиськи! Уклонение, это хорошо. Так, давай окушка завалим. Окунь мне здесь нафиг не нужен. Опять высокий прилив. Опять окунь не воскресило. Окей. Но окунь ходить в этот ход уже не сможет. Это положительный момент. Да, 5-21 крита, хорош! 21 крита, это очень полезно. У нее сопротивление кровотечению 80%. Нахера я кровотеком бью, я хрен его. Опять висталку. Не трожь висталку, падла. Сиськи! Жопа. Что мне с висталкой делать? Не, давай на них накричим все-таки. Даже на висталку, да. Но накричу. Она не ослабилась, кстати говоря, жопа такая. Жопа такая. А висталка еще и не ходила в этот ход. Ай-яй-яй. Да не, ну не, ну... Ну, охереть теперь. Так-с. Завалить окна. Когда она, интересно, ко мне вернется уже? Мне бы моя висталка пригодилась. Видимо, в конце этого хода только. То есть она дважды успеет входить, по идее. Блин, нужна была еще критуля в 21. Давай, вирус, удачи. Жопа. Шаг выше, сейчас, дос, что такое?
Дос, насколько далеко ты писал, скажи мне. Потому что я не вижу твоего сообщения. Так, а группа передвижения больше такая. Так, шаг. А в сколько тебе сапов осталось до следующей ячейки смайла? Не думаешь ли ты потом рейдж перенести в обычный сап? До следующего смайла много еще сапов, поверь мне, правда много. Дос, напиши еще раз, я не вижу, что ты писал. Очень далеко, но там про Руге был вопрос. Про Пьюр, не про Руге. Кстати, Шак, ты, так как меня не было, ответа я не знаю. Что ты думаешь о Pure? Это игра от создателей Бастиона? А, я ее видел, но я пока еще не думал в нее играть. Я прошел Транзистор, я не прошел Бастион, и я не думал в нее пока играть. Не знаю, я о ней пока ничего не думаю, скажем так. И мне нельзя ее бить, серьезно. Мне просто нельзя ее бить. Лол. Это ГГ. Это ГГ. Охренеть. Мне просто ее реально нельзя бить. Вот и все. Ну иначе я буду бить своего, естественно, чувака. Чем мне, естественно, не надо, блин. Просто охренеть можно, слушай. На такую тактику с точки зрения этой херовины я не рассчитывал. Ты ей еще и меткость криту дал. Ну охереть теперь можно. Катюха, ты такая не очень, я тебе честно скажу. Сиськи! Блин, теперь ВДХ там. Ага, и ВДшка тут же ходит. Зашибись. Уклонение, слава яйца. Все, окей. А что ты так часто ходить стала, мразь? Ой, блин, у нее еще один защитник появился. Ну, окей, теперь. Слушай, а что она реально так часто ходить стала? Это не очень. Почему она первая ходит, и у нее 6 скорости? У меня 7. Почему эта падла первая начала ходить? Надо с этим дело заканчивать. Иначе это совсем пипец будет. Еще раз лепящий газ. Стан, сволочь. И снова она первая ходит. Да мать твою, а? Да мне со скоростью 7 первым походить. На. Ну, мразь. Ну, просто слов нет. Так, висталка, двигай. Ай. Да, это было реально не очень. Не, ну все равно прошли, конечно, все равно молодцы, да, но, блин. Вот под конец что-то прям вот совсем не очень пошло. Не-не, крит за крит, кровь за кровь. Так, схилим. Отлично. Найс. Еще один крит. Зенди в этот раз просто жжет критами, серьезно. Это очень полезно было. Оглуши одноглазого, оглуши, оглуши, оглуши. Чем? Супер вьювер. Во-первых, не спамь, пожалуйста. Во-вторых, чем? Чем я тебе его оглушу? Чем? Станом, которого нет? Станом, которого нет? Станом, который действует только с третьей позиции, когда у меня ВДшка была на второй. Или станом, который действует только с третьей позиции, хотя у меня висталка... А, не, у меня висталка, по-моему, была на третьей. Возможно, но у меня минус шанс к оглушению. Чем я тебя оглушу? Там оглушение шансов вообще нет. Ни единого шанса на оглушение. Так, давай вот так вот и вот так вот. ГГ. Весьма неплохо сходили, надо признать. Да, завалили. Да, свиток на висталку я еще один получаю. Это, в принципе, очень полезно. И 18 тысяч бабла. Очень неплохо. Ребята становятся четвертыми левелами. Отличный замах. 5 меткости неплохо. Убийца зверя кей. Убийца нежити неплохо. Сыпной тиф. Ок.
И только ВДшка заболел тифом. Так, ВДш еще. Так, зайди лечиться. Так. Да, посмотрим, что мне здесь... Вау! Сопротивление яда, сопротивление кровотечения, если очки здоровья меньше 40%. Интересно, но нет. Это как бы интересно, но нет. Ах, что такое? Так, да, Шак, если интересно, я тебе выше расписал интересную группу. Я читал ее, Дример. Я когда выше искал, я прочел ее просто про себя. Шикернуна, ты пробовал Destiny 2? Нет, Арч, не пробовал. Там сейчас, по идее, ЗБТ, я не помню, не ОБТ, по-моему, все еще ЗБТ. Вот, я не знаю, брать мне Destiny или не брать. Для меня Destiny это просто Warframe очередной, понимаешь? Но Warframe-ка она бесплатная, и даже несмотря на то, что она бесплатная, я в свое время денег-то в нее много вложил. Вот, брать ли Destiny, хрен его знает. Я еще не решил, я об этом еще не думал. Скажем так, я думал, что хрен его знает, все, больше я ни о чем не думал. Текс. Есть ли у меня что-нибудь на хай-левел интересное? It's high-level. На самом деле есть, потому что вот эта хрень на скорости уклонения, она шикарная. Текс. It's high. Текс. Во-первых, надо докачать своих ребят. Факт. У меня появилось 77 тысяч, это приятненько. Давай-ка мы лолибро проапаем. Зерка проапай. А, я же вам в двигло пошел. Я же вами в двигло пошел. Так, нет, ты у меня больше не будешь двигающимся. И ты у меня, зерк, тоже пока не будешь двигающимся. Такс. Мне надо докачать Dark Souls обязательно. Так, так. Лезвие бритвы и теневое кружево. Неплохо. Так, первое место, второе место, третье место. Ну и висталочку Лерка. Лерка единственная висталка хай-левела, которая у меня осталась. Пам-пам-пам. Идем мы в шорты. То есть проблем особых тут не сглазить, но быть не должно. Плюс ко всему, я могу, в принципе, даже из лолибро сделать хила. Плюс 53% лечения — это много. Урон... Ну, лечение 5-6, и это лечение будет 8-11, 8-12 где-то. А у висталки сколько? У висталки 7-9. У висталки проапов примерно столько же. То есть у меня лолибро может хилить, как висталка. Единичную цель. Но так как мы идем наверх, мы идем в руины, я из лолибро скорее сделаю уронера. Поэтому я лолибро даю вот это вот и вот это вот. То есть чистый урон и криту. Больше урона, больше криты. Значит, Dark Souls у нас кровотек. Кровотек, естественно, не очень хорошо заходит, честно говоря, на скелетов. Но два варианта. Во-первых, там может быть что-нибудь помимо скелетов. Во-вторых, из него шикарный хил выйдет так-то. Вот, поэтому если там будет что-нибудь помимо скелетов, надо либо на шанс кровотечения, и все-таки скелетов заставить кровоточить, и один раз я так уже сделал, но это было давно неправда. Либо просто на урон, на тебе берсерка. Просто урон, уклонение, скорость за счет берсерка. Или берсерка, как хотите называйте. Так, здесь у нас уклонение и меткость дальнобойной навыки. Плюс надо просто урон дать, вот. Это просто урон. За счет, ну, чтобы за счет ножиков урон был. Текс. И висталочка, соответственно, у нас отхил и отхил. Окейно, окейно. Текс. Не знаю, Арч, буду или не буду. Я еще не решал. Арбалетчица у тебя не хай-левел. Арбалетчица у меня больше не будет. Арбалетчица стала хламом. Ее что-то как-то понерфили, и что-то арбалетчица вообще хлам. Я ее попробовал, она мне не понравилась. Текс, значит так, 8 еды. Да не, можно 12 еды взять.
Пару ключей, пару лопат. Пару святой воды, одну траву. Все. Да? Да. Окей, погнали кирнить нежить. Слава богу, больше нигде, блин, нет комарья долбаного. Комарье пипец как достало. Теперь без комарья будет намного удобнее данжи проходить. То есть, если у меня будут бои, с большой долей вероятности эти бои... Серьезно? Мне попался самый длинный... Блин. Мне попался самый длинный шорт. Длинные шорты, блин, как бриджи уже. Шорт на 8 комнат. Длиннее этого шорта нет, потому что 9 комнат это уже медиум. Не прокнуло. Шорт от 5 до 8 комнат бывает. И, к сожалению, мне прокнуло максималку. Так, давай урон. 5. Вау. Минимальный урон. Вяу. Блин, а здесь же будет этот пробафер. Ай-яй-яй. Well struck. А вот про пробафера я вообще не подумал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, надо быть жутко аккуратным сейчас. Так, меня сразу спустили до пол хп. Неплохо. Ща буду бить. Ща буду так по мордасам бить, вообще мало никому не покажется. На. Десенчик по 45% защиты, весьма неплохо. Или хилить, или бить, или хилить, или бить, или хилить, или бить, или хилить, или бить. Да, просто так. Будынь. Минимальный урон прокнул, ай-яй-яй. Блин, урон 9-20, урон 9. Урон 20. Ауч. Это неприятно. Так, а стана у меня нет? Да, я через стан не шел. То есть я шел через хил. Ну ладно, будем просто бить. Как нет комары? А кто мне вчера коленку покусал? Дост, я их сегодня убил всех. Но за тебя сказать не могу. Возможно, ты живешь просто вдалеке от Багро... Наоборот, близко к этому двору. Вообще, я сегодня прошел барона и убил всех комаров. Хорошо так прошелся, между прочим. Так что смотри внимательнее. Это был я, сам. Два извращенца. Ты просто не умеешь готовить ее. У нее самый сильный удар по метке из всех персонажей, как минимум. Что? У арбалетчицы по метке плюс 25% урона. У БХ по метке плюс 90% урона. Что? Какой самый сильный удар по метке? Когда-то Доста вела дорога вакуума, но потом ему прокусили колено. О, крит 14 это уже другое дело. Так, кому мне нужна защита? Ему нужна защита. Ага, защита не далась, дал тактик руин. Плюс 15% урона в руин, это так надо, прям. Забей вообще. Так, окей. Грейвроберш у нас на обезбреживание, логично. В принципе, неплохо. Я стену одну миновал, это уже приятно. Причем скаут был, я знаю, что там не будет секретки. Вообще в шортах очень редко встречается секретка. Но, по крайней мере, я знаю, что ее не будет. Это неплохо. Почему Арчер превратился в комара? У Арчера спроси. Бой в комнате ради ни хрена. Но так как у меня исследование комнат... Да, я не могу две нижние комнаты скипнуть, поэтому мне вот здесь вот драться в любом случае надо будет. В мешке карта. Очень-очень-очень много боев. Хотя можно поверху сходить на самом деле. Можно фул вверх сходить и вообще не париться. Так, вот ты меня бесишь, потому что ты всем даешь плюс урон.
И смысла нет, кстати говоря, кого-либо убивать, кроме него, потому что в конце хода, даже несмотря на то, что вот у этой мрази хода не будет, она поднимет из мертвых всех скелетов, и это очень тупо. Это реально очень тупо, но он поднимает всех скелетов. Без хода, без скилла, без всего. Это будет херово. Это будет очень-очень херово. Надо двойным ударом было бить. Я тупанул. Да. Надо двойным ударом бить, тогда все будет нормально. Че, еще? Серьезно? Ок. Уклонение, хорошо. Так, на ногти критом, мразь. Но если я сейчас... Блин, ну ладно. Итого мне надо вот эту жопу завалить до того, как кончится ход. Иначе он воскресит. А мне всего двое могут ходить теперь. На-на, хорош. О, себя бревном. Молодец, Лерка. Умеет бревно, когда хочет. У арбалищицы теперь сет дает плюс 5% крита и 15% меткости по метке. И по дефолту у нее плюс 50 дамаги по метке, вовсе она неплоха. Ну типа, о, конечно. Ну, во-первых, сет надо собрать, это раз. Во-вторых, метку надо наложить, это 20. В-третьих, у БХ по-прежнему по метке 90% урона. И это явно не делает Дримера лучше. Аркейн Панк. Потому что Дример сказал, что у арбалетчицы наибольший урон по метке. Это вранье. Напомни мне, сколько у песика урона по метке? По-моему, там тоже весьма приличное количество, на самом деле. И, по-моему, больше, чем у арбалетчицы. У него, по-моему, не 25%. Наконец-то этот арбалет на втором месте. Я его могу крестом начать долбить. Как только я убью вот эту хрень. Он, кстати говоря, кровотек хорошо работает против трупов, да. Урон против трупов, да, приличный. Нанах. Урон у арбы 7-16, плюс 10,5 шанс крита на пятом уровне оружия, ну охренеть. По метке 50% плюс 5% крита и триньки. Поверь, это реально самый сильный удар по метке. Не поверю, потому что у БХ есть своя плюс... У БХ у самого крит неплохой, но у БХ есть шлем на плюс 20% урона, между прочим. У арбалетчицы такого нет. И арбалетчицы, ты говоришь про сетовые шмотки, про которые говорил Аркейн Панк. А БХшки тебе не надо стоять собирать, тебе надо просто одну шлему найти, которая дает тебе плюс урон, например. Не-а, не верю. Не, ну опять же, это твое дело, это мое дело. Все равно каждый из нас останется при своем мнении. Но, не верю. Песик вообще топчик, он лучше БХ. Ну вот видишь, у каждого, опять же, остается при своем мнении. Я считаю, что БХ лучше. БХ хотя бы крут настолько, что он может атаковать с первой, второй, третьей позиции, первую, вторую, третью позицию. Причем у него есть увеличенный урон как по метке, так и по стану. И у него есть охереть, какое количество урона самого, да. В отличие от того же песика, у которого урон, блин, ну просто кот наплакал. Если его только не перебафить триньками. Опс. Я извиняюсь. За этот странный бдынь. Так, конечно, мы идем в пустую комнату сначала. Пустая комната мне нужна. Потом я не хочу проходить через два боя, к сожалению. Я хочу пройти через один бой всего. Каждый бой может быть полнейшей жопой. А еще у меня кончились факелы. Потому что у меня, ну... Длинный шорт попался. Я могу сэкономить... Упс. Либо я могу... То есть вот это вот забивать, а вот это сэкономить. Но там будет бой. Ладно, хер с ним, давай в бой. У меня мужики, у меня спра...
А давай. А вот плюс 30% урона, а давай. Ой. Ой. Уклонист он, да, хренай. И сразу сигнал сбора, у меня крест не успел его ударить. И сигнал сбора свисталкой и дамагером. Ну неплохо, хотя бы Гритули ответил. Я думаю, можешь отступить к херам, а? А то на меня сейчас опять криты по 29. Как посыпется? Знаю я этих ублюдков. Хотя ладно. Challenge accepted. Ёпты. Slowly, gently. This is how a life is taken. И у меня стана нет. Не, ну конечно есть, но у него шанс просто мизерный. Какого мата у тебя 18 от хила? Не критом. Висталка, ты чё, охерела в край? Не, ну 18 от хила, Карл, ну... 30 уклонения, просто охереть. Это я на 70% шанс попасть промахиваюсь. Угу. Какого хера у висталки столько... этой от хила. Чё за бред? В край поехавшая нахер высталка. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. 15. Почему моя висталка так сильно не хилит? Ну какого? Я тоже хочу, чтобы у меня висталка 15-18 хилила. Лол. Где мой отхил 15-18, я тебя спрашиваю. Бесполезно. Так, ладно, хрен с тобой. О, хотите жизнь? Конечно, нахера нам уклонение, правда? Нахера вообще? 75% защиты, зашибись. Надо было, блин, единичный хил делать. Это надоедает. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Если эта мразь еще и танка сейчас похилит на те же 18, я просто нахер встану и уйду. И опять минимальный урон. Урон 15-28. Урон 15 прокает. У меня сейчас зубы сведет уже нахер от того, насколько я злой. Я вот я очень сейчас близок к тому чувству, когда берут клавиатуру и просто хреначат ее в монитор. Ну серьезно, потому что это полная херня. Как же сложно сдерживаться, чтобы не материться на этих ублюдков. Ну серьезно, это просто несправедливая игра. Ублюдская игра для тупых дебилов, блин, и я в нее играю. Макс левел по метке арба 100% дамаги, 10% крита, БХ 90% дамаги, пес 100% дамаги. Ага, а по уронам, Аркейн Панк, а по уронам? Ты все еще рад, что вернулся в ДД? Да я уж давно вернулся в ДД, так-то.
У меня уже этих выпусков, ты не поверишь, сколько на Ютубе валяется, по-моему, 15. То есть вернулся я в ДД давно, а вот то, что внезапно ДД становится вот таким вот ублюдским, это, блин, это абсолютно внезапно, то есть ты это не угадаешь. С чего вдруг ДД решил стать... Блин, а... Чё ж за херня? Почему внезапно в ДД вот ну, просто начинает не переть, не знаю. Ну это просто вот, ну не прёт. Ну, вот, я не знаю, как это еще объяснить. Просто не прёт. На 70% ты промахиваешься по КД, у тебя защита ставится просто по КД на того, на кого не надо. У тебя скорости не апается, потому что ты скорость 5, там у меня скорость 7 может быть. И они все равно как бы ходят первые, понимаешь? И ты никак это не угадаешь, что вот, вот настолько ублюдская ДДшка. Я не знаю, ублюдок это самое грубое, как я сейчас могу назвать ДД, хотя хочется назвать, конечно, куда грубее. Матом, желательно трехэтажным. Потому что бесит. И он сейчас снова пойдет до того, как пойдет мой крест, и, конечно, сигнал сбора. Я просто уже от этого устаю. И у меня выбора нет. Мне надо валить вот этих разбойников. Потому что они наносят просто катастрофическое количество урона. У меня реально нет выбора, мне надо их убивать. ...26 каритом. Да, конечно, чё бы нет. Моментально при смерти. Зашибись, да. Угу. Спасибо. Угу. Отнятие жизни, самохил. Молодец. Угу. Крит самохил. Угу. На... Мат иди. But the battle may yet be won. Еще не матерюсь. Еще сдерживаюсь. Окей. Все еще сдерживаюсь. Все еще сдерживаюсь. И по ней крит прокнул на 5 ходов кровотечения. 5 на 5. Охереть. Все еще сдерживаюсь. Привыкай, это просто ДД. Нет, Лоу, это не просто ДД. Меня раздражают люди, которые говорят, что это просто ДД. Нет, ребят, это не просто ДД. ДД это хорошая игра. А вот, это абсолютно ублюдский рандом, который совершенно не настроен в этой игре. Игра хорошая, рандом ублюдский. Особенно с рандомом скоростей. Этот ублюдский рандомный набор скоростей мне как раз больше всего в ДД не нравится. Хочется играть в хорошую игру, а не в рандомную херню. А получается, что как раз в рандомную херню я играю. Оружие на макси левел, арба 7.16, 10,5 крита. ВХ 8.16, 7% крита, пес 7.13, 7% крита. Окей, Аркейнпанк. Окей. Ну вот мы приходим к тому, что для арбалетчицы, чтобы она рулила, то есть у них плюс-минус одинаково, да, там 10% урона по метке остается. Но у БХ есть свои тринки на увеличение урона, а у арбалетчицы есть свои тринки сетовые на увеличение урона по метке. Сетовые, мать. Арбалетчица может так бить только с 3-4, насколько я могу понять, да? Но ты ее не будешь на 3 использовать, ты будешь ее использовать на 4 позиции. БХ может использоваться на 1, 2, 3 позиции. И на 4, если через кровотек играть, через БХшку. То есть БХ на всех 4 позициях хорош. БХ может бить... значит, арбалетчица не может бить своим основным ударом первую позицию. БХ может бить 1, 2, 3 позицию. Я не знаю, сколько тебе плюсов и минусов можно описывать БХ, но давай просто... Я уверен, что все равно каждый останется при своем мнении, и мне просто нравится БХ больше, чем Арбалейтон, либо чем Песик, например, да? Я тебе уверяю, все равно каждый останется при своем мнении, да? Такая пирога.
14 по трупу не зафигачит. Нет. Ну ладно. Труп-то сейчас все равно поднимется, к сожалению. Рандом настроен просто не под игрока, ты разве еще не понял? Не-не-не, Эммануэль, это так не работает. Отлично, хороший крит. Отличный крит. В 57, весьма неплохо. Да. Ну, в принципе, да, я могу еду, например, потратить немного. Я надеюсь, они у меня в ближайшее время жрать не захотят совершенно внезапно. Потому что это сейчас будет последняя комната, и теперь я могу выйти. Из этого дупового данжа для дебилов. Нахер иди. Решение простое, все они специалисты и показывают себя в определенных раскладах. Да, Кер, Кейнпанк, я же не спорю. Я как бы не говорил обратного даже. Вот, я Dark Souls поднял до 5-го левела. О! Это то, что мне, собственно, надо было. Так, добыча вопилы! Подожди, вопила сперла у меня или нет? Нет, смотри. Вопила у меня ничего не сперла. У меня просто задание на добычу вопила. Найс. Вопила ничего не сперла, мне надо просто к ней наведаться. Вопили. Хорошо, мне надо вернуть свои тринки, конечно же. Мне очень сильно надо вернуть свои тринки. Текс, вопила, ты какой левел будешь? Всегда хай левел, да? It's high level. Текс. Кто у меня на вопилу пойдет? Кто у меня хорошо всех убьет? Иммануэль. Так, Антон, с баха местами поменяйся. Окей, на. Вообще, говорят, гнездо надо еще убивать, но я не уверен, что я смогу. Плюс я не уверен, что мне нужен Антон, а не Цумета, например, или вообще Мтавол, который урон будет наносить в опиле. Хотя, с другой стороны, Антон тоже урон наносит так-то. А, у Антона еще и хил есть, это очень полезно будет на вопиле. Вопила падла, вообще паскуда тварь. Так, напомните мне, по-моему, вопила делает просто очень много физ урона плюс накладу кровотечения. Я могу ошибаться. Ты же помнишь, что в бревне позади я трапецоидр помню? Лерка же болеет, полечи ее. Лерка же обойдется, потому что это единственная висталка 5-го левела, которая может со мной пойти. Болеет она истерической слепотой на минус меткость, хилу это не помешает. А вопил уйдет на следующий ход, поэтому нельзя. Надо на вопил уйти. У меня там голова Джуни, во-первых. Вроде как Джуни. Да ну короче, голова хиллера, плюс книжка в висталке. Плюс много чего-то там интересного было. Так, что мне надо? Давай урон крита на рукопашные навыки. И... Я не знаю, можно чисто в урон, например, пойти. Чисто в урон, здесь будет шанс кровотечения. Где он у меня? Шанс кровотечения плюс скорость уклонения. У Эммануэльки надо тоже чистый урон давать обязательно. А, кстати, дай ручку лучше Эммануэльке дам. От Эммануэльки пользу... Хотя... Учитывая, что вот это вот 20... Не, наверное, Эммануэльке все-таки не ручку дать. Эммануэльке я дам кольцо и берсерка. Вот, для урона. А висталочки... А вот в этот раз, кстати говоря... Висталки я дам вот эту вот... А, нет, книжка тоже минус 2 скорости. Да, ёперный театр. Мне надо дать висталке скорость, уклонение и чуть больше отхила, чтобы было. Мне нельзя давать минус скорость такую большую. Хотя, если дать ей и скорость... Минус скорость компенсируется, так-то будет просто 6. У меня дисмас носит голову дисмаса, и это реально пугает. Прикольно, да. Ну да, это ничего так. Это да, это оценить можно. Так, вопила. Я сказал вопила. Да.
Мне понадобится 4 святых воды, мне понадобится стак перевязок. Ну давай еще возьмем против дебафов. Вот. И можно даже опиум еще взять. Окей, вопила, пс, сюда иди. Шаг, птичку игнорь, бить бревно. Возьми с собой 4 воды. Он тусит только 3 раунда и улетает. Если ты убиваешь его, весь лут... Все равно... Если ты не убиваешь его, весь лут все равно твой. Ну а если убить вопилу, я же получу тринку вопильную, правильно? Ну или ты мне все-таки предлагаешь чисто его, все, чисто гнездо все-таки хреначить. Просто гнездо хреново бьется, как бы, понимаешь, кровотечением. Кровотечением хорошо бьется вопила. Ну или не очень хорошо, тут такое... Все, понимаешь, вот, все. Не, ну ладно, давай, окей, гнездо все-таки попробуем убить, окей, уболтал. По-моему, кто-то очень сильно не взлюбил Антона с самого начала, сдается мне. Что-то вот Антону реально не прикольно. Не, ну хотя Антону очень, конечно, прикольно, но тем не менее. Не, смотри, это просто херачит Антона. Это просто три, тройной ход и все три в Антона. Это пипец. Уклонение. Охерительно. А, у нее уклонение 63. Тогда нахер не удивительно. Уклонение 63, это да, ни хрена не удивительно. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Угу. Текс. Бдынь! Кровавым кулаком по гнезду. Да. Удар клювом. Блин, и гнездо все равно уходит назад. В итоге у меня двое бьют гнездо, а двое бьют вопилу. Ну как бьют, пытаются. Ой, а волнение это очень погано. Волнение это такая противная херня, это просто забей. Плюс 30% урона стресса. Вот что такое волнение. И это плохо, это реально плохо. 19, окей. Так, на-на-на. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Оу! Слэш! Сейчас больно было, между прочим. 32 хп осталось. Так. Опять уклонение. Окей. На Антона накаркали. Не каркай на Антона. 20. Блин, если Ибнуэлька выдаст 20, будет офигенно. Ибнуэль может выдать 11, 21. 30! Хорош! Браво, Ибнуэлька, просто красава. Ай. Правда, за это сама критом получила. Но Ибнуэлька хорош. Давай мы Ибнуэлю похилим. Ибнуэлька заслужила. Вовремя заслужила. Правда, у меня не тут же крыши поехали нахер все. Трусость. Видимо, всегда вопилу сносит крышу. Потому что ну, это пипец. Из него дует траву. Ай, траве пофигу вообще. Безнадеж, что у тебя было? Ну, минус меткость чуть-чуть. Ну и что? Бывает такое. Нормальный Манель, зарулила. А мои триньки, слышь? Слышь? А триньки, которые я потерял? Я же только ради них на вопилу пошел. Ой, Манель, понос. Так сильно старалась, видимо. Вот сейчас обидно было, между прочим. Women and men, soldiers and outlaws. Реально, было сейчас очень обидно, на самом деле. У Лоли Бро самобичевание. Бичевание. Так, Эммануэлька, ты заслужила... Ага, ты не пойдешь туда, да? Ну ладно, поиграй пока. Так, Лерка будет туда, Хеги с Эммануэлькой поиграет. Блин, слушай, меня моя мышка начинает пугать. У нее то есть клик, то его вообще нету, то дабл клик. Странная мышка.
Такс, у меня по-прежнему есть смертники, кстати говоря, здесь, но... У меня здесь охереть какое количество новобранцев. И мы делаем как? Мы делаем вот так вот, отпустить, и мы сюда, естественно, ставим антиквариачество. На лут. Плюс мы можем сделать что? Я могу взять еще одну антикварку на будущее. На будущих смертников. Шаг, это не тот вопило. Шаг, это был ивент на вопило же. Это не тот вопило. Обидно. Битва с вопилой еще дает уникальные ОП-квирки. У Хеги ничего, у Эммануэльки ничего. Тактик заповедник. А, воронье любопытство. Ага. Окей, воронье любопытство у Лерки. Смертоносность у Антона. Ну, типа такое себе. Вопила с твоими приходит почти сразу после потери тридника. Это был просто ивент. Ага. Окей, учту на будущее обязательно, спасибо. Так, что у нас здесь? Ничего? Ничего. Давай расширим пул украшений. На чуть-чуть, по чуть-чуть, потому что больше нельзя пока что. Так, трактирь. Трактирь. Портретов я себе достал. Да, вот здесь вот ускоряет. Удешевлять пока не надо. Так, здесь у нас... Удешевление давай. И вот так. Так, лечебница фулл. Отлично. Здесь у нас... Уже нет, да? А то я что-то прокачивать забыл как-то, это вообще не очень. You will know the tragic extent of my failings. Так, и вот здесь вот, вот. Да, мужик? Я мужик. Хорошо. Так, смертник, 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 смертник. Средние шорты. Неплохо. Идем. Блин, какое все дорогое, чтобы им давать, честное слово. Не, обойдутся. Ну, удачи. Ну, значит, не повезло, есть квирк на плюс 6 вороньей скорости. Ни хрена себе. Действительно, имбануто. Шаг, дай им один ключ, один шаг. Нет. Нет, 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 нет. Я фливком ватный. Фливком ватный. Он сразу закупится, нет. Ну смотри, как он сразу закупится, если у меня, например, у антикварки уже минус пол хп и 45 стресса. Ну вот как, вот сейчас в следующей комнате просто бой, они моментально подыхают. Как ключ в этом может окупиться? Я тебе говорю, Бнель, ну забей. Ну играю я вот так вот, ну бывает. Не хочу давать им ключи, да, я за. Вот сюда, например, да, ключ нужен был бы, если бы они у меня с этим боем справились. В чем я еще не уверен. Текст. Ну давай посмотрим. Я давно вырубком не играл, йоу. Я уже не помню, как им играть. Текст. Пиу. Декс, что у тебя? Перейти в режим животного, плюс 3 скорости, сопротивление яду, плюс урон, а другие герои стресс плюс 8. Окей. Варк. Декс, у тебя по первым двум... по первым трем... И отбросить 2, вперед 1. Окей. Тейкова! Оказывается, у антиквариачества нет обычной атаки, это вообще вин. И бьют именно ее с ее лоу хп, просто офигенно. Ахилить-то некому. Варк. Тейкова! Слушай, надо было защиту бросить, чё я туплю?
Лол. Надо реально защиту антикварка бросать. Сори, я набрал, там плюс 6 додж, плюс 25 мув резист. А, нет, тогда это не очень. 6 доджи это не так сильно мощно, как 6 скорости. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Так, щупай. Wealth beyond measure. Так, сюда. У меня на что? На исследование комнат. Так, кажется, сейчас будет больно. Замок с ловушкой. Яд. Uh-oh. Да, яд это неприятно, конечно. Особенно, когда яд такой вот сильный. Сопротивляйся! Сопротивилась. Неплохо, кстати говоря. Сейчас надо арбалетом пробовать хилить. Чё ж там. Кстати, у меня висталка... Да, да, арбалетом нам надо будет определенно хилить. А себя дефать. Уклонился от ловушек. Неплохо. Очень неплохо. Самое обидное, что именно ей надо все щупать. Блин, это снова яд может быть. Нет, нормально. Именно антикваркой надо все щупать ради дополнительного лута, к сожалению. Это вообще пипец. Здорово, Геладас. Так, окей, погнали. Это должно сильно повести, каждые 10 стрессов увеличивает шанс получения негативного квирка на 4% по дефолту 20. То же самое в обратную сторону. Чем меньше стресса, тем больше шанс в конце боя получить хороший квирк. Окей, окей, забавно. Забавная математика. Ой, не да, так нормально. Внезапно жрать захотели. Абсолютно внезапно. А потом давай, блин, им ключи. Угу. Не хочу на них ничего тратить вообще. Фу. Слишком смертники для этого, для того, чтобы на них что-то тратить. Так, дальше идем. Ага. Глупо не взглянуть. Действительно, глупо не поехать крышей. Нелогично. Ой-ё, иррационалы, мать твою. Ой-ё, еще и жрать они опять захотели. Чё ж вы... Первый раз у меня смертники хотят жрать дважды. Агрессия. Фишка в том, что иррационалы могут спокойно бить членов своей команды. Это очень плохо. Очень-очень плохо. Здорово, Хиги. Еще разок. Не, ну хоть какой-то лут они, конечно, вынесут, хотя лута безумно мало. Намного было круче в прошлый раз. Ой-ой-ой! Еще и застали врасплох. Охеретно. И все фокусят антикварку. Охеретно. Так, это уже третий удар по антикварке подряд. Я успел ее отхилить. Хорошо. Дай посмотрим. Так, не по антикварке. Вяу! Ага, и у меня выработок может двигаться только на одну клеточку вперед. Обалдеть. Такс. Дефи меня, блин. Прикрыться тельцем. Опять. Так, это уже третий раз подряд антикварка. Окей. Так, снова. Ну ладно. Вот 4 раза подряд антикварка другого, 3 раза подряд антикварка другого. Забавные такие вообще фу. Я 3 на 3. Заманчиво. Я 3 на 3, это очень заманчиво. Ау. Вот это нахера надо было делать? Так, иди сюда. И, наверное, надо бы кого-нибудь похилить, но лучше нанести урон. Да. Весьма неплохо. Так, подвинемся еще разочек. Кстати, Шак, что такое в Айзеке заряженный ключ? Вещь открывается с какого-то челленджа. Хрен его знает, заряженный ключ? Не знаю, вроде не встречал. Бегает маленькая молния. Я, по-моему, не встречал такой, я его не открывал. Если это один из новых челленджей, то я их не проходил. Я проходил
3 из 5, по-моему. Или 2 из 5 научу. Ой, разрыв сердца. Бывает. Ashes. More disappointment. Немного сердечко провалось. Случается. Давайте, одна комната и все, и мы выйдем отсюда к херам. Лишь бы не бой, найс. Фух, смертники, которые смогли, слава яйцам. Подбираешь ключи, тебе дают ключи, заряжают активку. О, прикольно. В чемпионских данжах мобы начинают фокусить слабых, до этого рандомом бьют, что проще было. Ты уверен, Аркейн Панк? Ты уверен, что они именно начинают фокусить слабых? Я в этом нифига не уверен, честно говоря. Life. Опа! Так, это любопытно. Хигисо был пойман на игре краплёными картами. Новая черта, известный шулер. Хм. Хеге, а Хеге? Хм. Ребят, ну вы поняли, да? С Хеги в карты не играйте. Он слишком известный шулер. Уверен, я слежу за блогом разрабов. Понял, Аркейн Панк, окей. Так, с кого мы воскрешаем с вами? Явно вес... Ну, блин, можно и никто воскресить на самом деле. Никто-то был весьма не кисл по урону. Очень не кисло БХ. На висталка, наверное, 6 левела нужнее. А, у меня здесь висталка 4 уровня. Это тофил. И Пурамас, висталка 6 уровня. Что мне нужнее? У меня есть висталка 4 на патче, у меня есть висталка 3 на всякий. Да, мне нужна висталка 6. Пурамас, иди обратно к нам. Ей, висталка 6 левеля. Бабла в эту висталку сливается моментально, просто не продолбись. Но она того стоит. Минус 30 или 35 тысяч где-то. Просто моментально. Но она того реально стоила. Где я? Какой я дример? Какой я дример? А, подожди, я тебе сейчас покажу, да. Сейчас, секундочку, дример, сейчас. Квадро, парч, тофи, никто. А, вот ты, да, вот смотри. Бишь, дример, ты какой красивый, вот. Совсем недавно кровью истек от шевалье, да. Никакого сопротивления смертельному удару не было, и это так, чтоб ты знал. Какая там неделя, кстати? In time, you will know. Где бы я это посмотрел? Так, сейчас. 88-я неделя сейчас. Была. Это 89-я, видимо. Ну-ка. Нет, 88-я. Ну ладно. Я хотел угадать вот так вот по трупикам. Почти удалось. Такс. Здесь у нас есть что? Во-первых, у меня есть очередная антикварка, да? В принципе, выработки очень себя неплохо показывают на первые две позиции, бить первые две позиции. Да, пожалуй. Только нужен хил. А хилоб может выступать исключительно пришиватель. Поэтому пришиватель для смертников еще подождем. Да. Просто да. Так, слышь, теневики мои, теневики. А теневики? Так, мне нужен оранжевый в темень. Куда мы пойдем в оранж в темноту? Явно не в лонг. Ну, то бишь, мы идем либо собрать фамильный реликвиас, либо задействовать 3 зараженный трупс. К бревну иду идти на зараженные трупсы в темноте. В темноте к бревну иду, да? Пожалуй, это очень умная идея, я ей воспользуюсь. Текс.
смотрим. Значит так. Сначала рукопашные навыки в плюс. И крита и уклонение в плюс. Крита и уклонение в плюс. Так. Здесь у нас шанс отравить. Плюс 20%. Не, слушай, надо 20% урона скорее дать. Хотя и крита, блин, классная. Но здесь 15% урона и 5% криты. Здесь уклонение еще будет до кучи. И здесь еще и меткость. Ладно, без браслета. Давай сюда браслет. Так, здесь у нас будут анальные шарики. Плюс этот же браслет на криту и на уклонение. Так, ауви-сталки, собственно, хил. И хил. Хотя не, можно минус-минус скорость поставить на самом деле. Когда висталка будет хилить самый последний, это будет удобно. Такс. Окей, на. Ребята, тут пачка сейчас вводится. Да, что-то с Вегмом совсем добрый. Что-то прям вообще. Просто еда была съедена, и я больше не сыт. Ну и правильно, Свегман. Все же Шаку очень повезло в ДД, тут уже на первой неделе кладбище имеет максимальную прокачку. Ну и бе-бе-бе. Я, между прочим, до какой-то там дикой недели, до 30 или 35 вообще никем не умирал. Так что вообще фу на тебя. Так, факелы не нужны. Мы идем в средний, идем 12-12. Идем 2 лопаты, 3 ключа. Мы идем в чащу, это противоядь. И одну траву возьмем еще с собой, да. Ну, удачи, теневики. Теневик, теневик. Мне так нужен теневик, теневик. Не, я Шамблера так накликаю, не надо. Мне не нужен теневик, теневик. Нахер никому не нужен теневик, теневик. Не-не-не-не-не, тебе, не тебе, реверсер. Блин, Шварц защупать должен всякое, фак. Шварц же, щупальщик. Такс. Пробафы. Сразу ворота, просто моментальные ворота. Просто нахрен пошло вот это все, и нам у воротов. Больше у воротов, богу воротов. Угу. А плюс 15% урона рукопашной науки, видимо, так уже не действует, что ли, да? Мне надо вот этот свиток на самом деле убирать. Мне не надо в уронистую пачку, где висталка тоже наносит урон, брать эту хреновину. Плохое это дело, серьезно. Минус 33% урона слишком сильно роляет. Если уж на то пошло. О, вой, давно не виделись. Волнение, да ладно! Твою мать. Плюс 30% урона стресса, охерительно. А у меня болезнь кто-нибудь умеет лечить? По-моему, да. Только герой. Фак. Да. Обидка. Печалька, досадка. У меня болезнь никто лечить не умеет. Ну, блин, по 40% защиты, кстати говоря, урон еще и неплохой прокает. Потому что это 40% защиты. Это как бы до хера. Сопротивление, но кровотек лёг. Not bad. Баблище, баблище, баблище. Грибы чаще два бревна. Вот не надо вот этого вот, а? Вот не надо мне два бревна тут, пожалуйста. Мне и без них весьма неплохо будет. Так. Сюда пока. Ага, теперь еще и песики. Окей, так, нет, здесь гулю надо. Ней будет гулю кровоточить, естественно. Это святое дело. Святое дело. Ау. Между прочим, как бы, ну блин, в натуре ау.
5, нормально. Не кровотек, спасибо. 4, нормально, не кровотек, спасибо. Эй. Так, хил. А то что-то как-то слишком больно. Так, тейкава! Ага. Ну почти, кстати говоря. Безумный зубощелк. Угу. Еще крита. А у ворота не как бы, ребят, там 49 у ворота, все дела, не. Но здесь 25 у ворота, здесь не удивительно. Так, на тебе больше кровотечения. 10. Окей. Опять вой. Тьфу! Уклонитесь! Уши закрыли. Сопротивление. Окей. Уши закрыли, но не все и не сразу. Так, шлеп. Чтоб не доставал долбанный песик. Мне нужна перевязка. Ой, да забей. Так. Массовый хил. Хорош. Бревной тому, кому надо. На нахрен. 15 кровотечений. Другое дело. Так. У тебя сколько? 3 на 3, а у тебя 2 на 4. На. Аллилуйя. Аллилуйя. Окей. Мне бы как-то квестовое задание уже встретить, чтобы от вот этих пиалушек избавиться. Полезно было бы уже. Конец? В смысле? Какой конец выгнут? Ты что, издеваешься? Это только начало. Так, первый пожрать. Окей. Пожрать не очень удобный, но на то он и первый, что не очень удобный. Факел? Не. Факел нам нафиг не нужен. Так, окей, давай в лагерь встанем уже. Пожрите много. Так. Значит, что мне надо сделать? Мне надо сделать на всех, по идее, минус урона стресса по-хорошему. Либо на всех. Давай так, вот так вот, шлеп. Защита от ночных нападений 100%. Нейтрализовать болезни я никому, к сожалению, не могу. О, все спутники минус 15% урона стресса. Вот то, что надо только что было. Найс. Все минус урона стресса, пацаны. Минус 20, минус 15, минус 15, минус 15. Плюс 20% урона. Это за счет города у Антона плюс 20% урона. Неплохо, кстати говоря. Да, кстати. Так, закрыт. Вау. Воу-в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 оу
step. Нёп. Текс. Чё такое Dreamer вообще? О, господи. Ужас. Что ты из контекста опять вырываешь? Не знаю, Свегман, я просто умею. Так, долго еще страдали играть? Что? Страдали играть? Да я особо не страдаю, как бы. Но я не знаю, на самом деле. Я думаю, что, может быть, это даже последний ран. 70 обезвреживания у висталки? Вау. Окей. Каракули. Зато минус урона стресса тоже полезно. Так. Никаких уклонений, чистый урон. Просто чистейший урон. Самый чистый урон среди всех чистых уронов. Иначе мне звезда от него. Большая слизь! Минус 2 скорости, бывает. Метка. Окей. Давай тоже метку, а не трави. Молодец, красавчик, вообще люблю целую. Не, не хочу любить целовать, это херня полная. Так, сдохнешь? Хорош, сдохнешь, да, найс. The greater the glory.
Так, а вот эти твари теперь будут травить первые две позиции, что весьма неудобно. Да. Да. 2 на 5. Охеренно. Так. Повестка! Сколько тебе хп? Надо чуть-чуть поменьше... А, ну чуть-чуть поменьше хп как раз будет, как только Антон будет ходить. Окей, не вопрос. Антон, псс. Да? Бдыньк нахер. Кровотек на 8. А, у него ровно 8 хп. А-за-за-за-за-за-за. Накладывай на слизь кровотек бутерком. Это не Антон шаг. А что это Ней? А, это Ней, сорян, Ней. Ну не Антон, ну привык я к тому, что Антон кровотек. Ну сорян, ну Ней, да, я согласен. Согласен, Ней, мой косяк, Ней, согласен, да, 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 царь, согласен, царь. Так, нет. Я здесь в основном сейчас за деньгами. Теневые раны, они в основном за деньгами делаются. Поэтому мы здесь исключительно ради денег, а не ради ресов. У меня здесь есть еще свитки, которые можно, в принципе, выкинуть. Такс, такс. Вы представляете, сколько всего в ней еще надо, ну, точнее, можно заменить? Потому что нужно бабло. Бабло. Вот. А, че такое, Антон? Тактика лучвоник. Зачем тебе тактика лучвоник, Антон? Ну ладно. Самочпокнутый Антон. Ужас. Просто мрак. Так, ты неинтересный. Хорош. Кровотек 5 на 5. 4, и у него остается ровно 5 хп. Сдохнешь. Значит, по мне будут удары исключительно вслепую. Значит, грибы не так сильно опасны, как они могли бы быть. Потому что, когда идет разрыв цели, это, блин, больно. Очень больно. Удары вслепую это хрень, они наносят очень мало урона. У них же как бы глазенков нет, в отличие от вот этих. А можно мне хотя бы расцветку сменить? Может, тогда я перестану быть Антоном? Ну, сорян, на самом деле от расцветки-то это не зависит. В темноте твои расцветки все равно нифига не видно. Просто Антон был моим самым первым этим... самоистязателем, вот. Поэтому привычка взялась. Сорян. Я пытаюсь исправиться, правда. Так. И минус второй. Хорошо. Лютый Антон орёт, ведь он не Антон, а Ананей. Блин. Хорошный. Не зависит, сколько раз я был квадом шаг. О, Дост, блин. Ты, да, да, вот вы мне еще припомните, сколько раз я вообще ники путал, да? Давай, да, припоминай, давай. Блин, я даже не знаю, лопату заменить? Не, наверное, сначала свитки все-таки заменим. Да, мышка, перестань. Опять жрать? Серьезно? Да ладно, ребят, мы один коридор прошли всего. Ой-ой-ой. С такими темпами у меня еды вообще не останется им. Хорош жрать, слушай, оставь на потом. Один коридор прошли, жрать. Еще один коридор прошли, жрать. Офигеть, лишь бы пожрать. У них на голове кексики. Лишь бы пожрать, дривер. And not the rule. Да ты меня вообще арахнопанком называл. Да? Прикольно, Аркейнпанк. Ну ладно, арахнопанк, это прикольно, ну и чё? А я никто ниткой обозвал, ему даже понравилось. Нитко. Чё, прикольно. И опять же, да блин! Да сколько мы прошли? Ну, ёперный театр, ну, 6 клеточек, вы чё, охерели? Если каждые 6 клеточек жрать, это да, это никакой еды вообще никогда не хватит. На самом деле. Не, ребята, это пипец. Не, ну, это в натуре пипец, ребят.
Так, пофигу на стресс, мне главное этого бревноида завалить. А то сейчас ко мне бревнышко придет погостить. И мне это очень сильно не понравится. Я в этом почти уверен. Так, бревнышко, не иди ко мне гостить, не очень это. Так, синетка жертвы, окей. Так, давай, уклонение. Не, можно было, конечно, и защиту кинуть, но нет, пока уклонение. Первый ход самото... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Не, неплохо, кстати говоря, весьма неплохо. А знаете почему? Потому что, по-моему, здесь у Лоли Бро Спирит Ланс есть. И, по идее, этот Спирит Ланс должен у меня был остаться. Так. О, а почему ты первый ходишь? Можно мне узнать? Со скоростью 1. У меня скорость 4... А, они ходят последними, потому что он, видимо, их перетасовал. Наверное, это так работает. Возможно. Я не уверен, но тем не менее. Так. Тайкова. Оп. И Спирит Лансом просто. Ух, неплохо. Хорошее копье получилось. Очень неплохое. Хороший урон. 15 у тебя останется 13 хп, да? Ну-ка. У тебя останется 7 хп. Ай. Крита очень неприятная. 3 на 3, 3 на 5. Найс. У тебя не останется никакого хп. Так. Прибухнотик. И, наверное, урона можно, в принципе, бить. Самохил будет, пожалуйста. В принципе, не кровать. По мне даже бревно не успело залететь. Знаете, как это приятно? Очень. 4. Ай-яй-яй, 1 хп останется. Ммм, обида. И опять крит. Да ёперный театр, сколько можно критовать-то, ёпту. Налево. Сложно сдерживаться, сложно. Это как анекдотичный случай, когда человек бан оспаривал, утверждая, что его ник Нитрида. Бывает. Да есть много, на Пикабу вообще полно таких ников и полно бана, оспаривания бана в связи с этими никами. Нет, не дам вам жрать, сдохните от голода, как последний не очень, из-за того, что жрете много. Вот, я буду суровым, но справедливым. Охренеть, я даже не успел местами их поменять. Так, ладно. Здесь уже надо в любом случае слюнявого упыря бить. Слюнявый упырь, он не очень. Его надо убивать обязательно первым. А, так, бить. Хорошо. И еще раз бить. Еще раз бей. На, 11 дамаги. Неплохо, кстати. 11 дамаги это очень неплохо. Ну, уклонинечко, работай. Пожалуйста. Нихера себе уклонение сработало. Крит по мне, это нахер не уклонение. Спасибо. Мать, перемать. Скипидар тоже не год... окей, Дример. Но Скипидар может негодовать, когда у него такой ник, да. Особенно, если его читать правильно. Неправильно. Нахер шли. Тупые псы для дебилов. Так, с Гулисом сдох. Мне бы отхилиться еще в этот ход. И учитывая, что песик ходит первым, да, я могу отхилиться в этот ход. Так, сейчас мы сделаем вот так вот. Мы сделаем вот так вот. Ага. Мы сделаем вот так. Хорош, крит хил на 8. Приятно. И себя на 12. Шикарно. Угу. Мрязь. Пошел нахер. Так. Зашибись. Слушай, 2,5. 9 по 500. 2 по 1250. Это еще 2,5.
Уже 9 по 500, это вообще 4,5 тысячи уже, пипец. И здесь еще две штуки, и здесь еще 2,250. Баблища! Мне нужны здесь бинты, ну либо пощупать антиквар. Тут одно из двух. И много таких ников, очень, очень много таких ников разных. Так, ключ у меня... Да, у меня еще целых два ключа, нормально. Так, неинтересно. Заметьте, что-то давно квестовых вещей не было видно, которые мне надо как бы освобождать, потому что мне еще... Блин, и здесь еще и сундук. Какое нахер квестовое задание? Действительно, на тебе сундук, короче, мужик. Мне, походу, сюда возвращаться потом придется уже. Потому что у меня выбора нет вообще никакого. Так, не ходил вот этот... Вот эта псина тупая для дебилов не ходила. И она сдохнет, найс. Минус один сразу, это приятно. Хватит бить мою висталку, ублюдки. Ох, раздражаете. Раздражаете. Так, деф. Так, да, самохил. Так, повестка или... Не, лучше просто, лучше фокусом работать по этим уродам. Ага, снова, отлично. Сдохнешь. И Антона. Ноги. Угладнение. О, вау. Так, отхил. Отлично. И самохил. Шикарно. Вот. Теперь ситуация, собственно, не такая уж и плохая, поэтому можно продолжать. Понимаешь теперь, почему мы кушать хотим? Золото кармана оттягивает. Как это связано нахрен? Ну, оттянуло тебе немного кармана, и чё... Скаут, еще один бой. Опа! Место задания, оно так далеко. А у меня здесь еще и секретка будет, твою мать. Так. Это, возможно, будет одно из самых сложных решений в моей жизни. Что мне оставить вместо трапециоидеров? Это пипец. Что? 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 Чё они здесь делают? Почему скорость 2 ходит первый? А, что они здесь делают? Б, почему скорость 2 ходит первее меня? Первее скорости 4, скорости 4. Такс. The blood quickens. Хардово немного, ну музыка. Ну как тебе сказать, немного хардово? Ну как-то похардкорнее ходить без факеловки, на самом деле. 10, минимальный урон прокнул. Неприятненько. Так, здесь 8, здесь 11 хп, но... А, вот, можно ножом. Окей. Сдохнет, найс. Опять крит, да ёперный театр, да сколько можно? Запарили критами. Слишком много критов в этом ране вообще было. 27, слава богу. Слишком много критов врагами по мне, надо уточнить. У меня критов было недостаточное количество. Перерыв закончился, ты думаешь, да? Все, пипец. Снова всем багряного проклятия, пацаны. Не, я реально не понимаю, почему скорость 2 ходит быстрее, чем скорость 4. Ну вот, ну бесит меня это. Просто меня сам факт существования такой логики бесит. Че, опять жрать? А, нет, фух, Шварц проходит проверку. Безнадежный Шварц, бывает. Я же подумал, они опять жрать захотят, вообще испугаться успел.
Кровотек. Кровотек на 3, в принципе, такой себе, но. Так, мне надо похилиться, потому что на меня может быть яд. Метка по Антону. Ой, блин, еще и критов. Не, я понимаю, что плюс меткость и урон монстра, но ёперный театр, насколько можно критовать? Ну перестань, игра. Такс, Антона дефать надо. Хватит всем крышу сносить, деф Антона. Вот, плюс 27% защиты, нормально. Это тоже не всегда помогает. Ой, Антон, говорю, ней. Я сам исправился, между прочим, ней. Это не Антон, я исправился. Антона закидали кексиками, Антон не закидывали кексиками, это ней, бедная. Так, давай, ней, сумахил. Что? Скорость 1 первая ходит? Ты чё нахер? Such a terrible assault cannot be left unanswered. Я начинаю очень сильно не любить эту игру. Очень сильно не любить. Меня это начинает раздражать. И никакого сопротивления. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Браво, Ней. Просто браво. По-моему, у Ней сопротивление смертельного... То есть, стандартное сопротивление смертельному удару — это 67%. У Ней сопротивление смертельному удару было 73% в стандартных процентах. Угу. Неплохо. Неплохо. Шак, ты же сразу знал, что идти в ворон в темноту — плохая идея. Да не, идея была неплохая, все дело в рандоме, Свегман. Если бы не было вот настолько погано, понимаешь, все было бы нормально. Сейчас это просто поганый рандом. Но я не перестану возмущаться рандомом скорости, наверное, никогда. Ты помнишь об этом, да? О том, что здесь скорость рандомно плюс-минус 7 или 8 раздается, я не помню. То есть... Фактически люди, которые должны ходить первыми, могут пойти последними совершенно спокойно. А люди, которые должны ходить последними, ну вот как, допустим, вот этот мудак, блин, со скоростью 1, спокойно изи ходит первым и бьет Антона. В смысле, Ней. Ну потому что почему бы и нет? Почему бы не пойти со скоростью 1 первым, да? И наплевать, что у тебя скорость там 4 есть, например. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Логично же все, правда? Ох, очень ублюдская игра. Очень нервы трепет. Такс. Здесь у меня, в принципе, еще и место задания есть, то есть... О, поесть еще захотели? Конечно, чего бы нет. А то давно не жрали, да, ребят? Агрессия, окей. Феникс агрессивный до хера. А то ж давно не жрали, да, там всего 3 прохода. Ну давай, я прям даже не знаю, что заменить. Ну давай наруч темный заменим. Так, место задания. Окей, на. Так, теперь сюда. Я, кстати... Ага, бой впереди. Не, ребят, не, спасибо. На бой я точно сейчас не пойду. Все потому, что меня звали Антоном? Да не, нормально. Все, где там секрет позади. Спасибо, Антон, я знаю.
Шаг, ключи зачем выкинул? У тебя же секретка есть. Спасибо, Эммануэль, я знаю. Шаг выше. Так, чё, Арч? Все потому, что меня в пачке нет. Ну, сорян. Ну, 37 тысяч я, в принципе, добыл. Это неплохо так-то. Ага, промахивается Феникс. Надо посмотреть, что у Ней было. Какое сопротивление смертельное? Не было ли отрицательного вот этого на сопротивление смертельного удара? Случайно. Так. Нет, сопротивление смертельному удару 73%. Сколько раз сопротивление было? Ноль, правильно. Да потому что нахера нам, правда? Ах, так. Хватит унижаться об эту игру. Все, нужен перерыв моральный. А то он даже у Эммануэльки волнение и понос. Так, тут истерическая слепота. У Шварца тоже волнение. Фениксу места уже не хватает лечиться. Ай-яй. Эх, слишком много нервов отнимает эта ублюдочная игра. Ха, еще один теневой наруч. Я его как раз оставил. Давай! Хотя я его оставил ради 2500, а потратил на него 7. Логично. Ну да ладно. Шаг выше, шаг правее. Господи. Что? Что вы от меня хотите? Я и так бедный и уставший. Мне плохо. Шаг, можно меня в теневую пачку? Арч, скорее всего, нет. У меня больше не будет теневой пачки. Ну, еще одной в смысле. Поэтому, скорее всего, нет. Да и этой-то теневой пачки больше не будет. Какое там? Дос. Дос, твое последнее сообщение, сколько я был квадом. Поэтому я не видел другого сообщения, Дос. Шаг, ложись там на пол. Шаг, ты так и не ответил. Ответил. Шаг ниже, шаг выше. А, я не увидел шаг ниже. Жопа ты, Дост. Шаг, он пошутил. Спасибо, Свегман, я заметил. Жопа, они еще издеваются надо мной. А как вам не стыдно? У меня беда печаль, у меня минус персонаж, а вы надо мной еще издеваетесь. Вот такими быть вообще. Убью я вас всех, пожалуй. В ДД, да. Так, кто там надо мной издевался? Доста нет. Обидно. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, ага, Свегман, да? Свегман. Ты где Свегман тут? Свегман. Так, это Хигги, это не Свегман. Свегман пониже вроде как был. Ага, Свегман, ты что, да? Ага, окей, Свегман, готовься. А, так. Я думаю, на сегодня надо заканчивать, ребят. Хорош, на сегодня? Ага, неплохо, ага, поигрались, ага. Но пока, ага, надо, ага, закончить, ага. А, подожди, ага. Пришиватель второго левела. Найс. To fight the abyss, one must know it. Вообще, кровотек вместо одного вот этого, вместо одного выродка пойдет весьма неплохо. Вот так вот. И вместо другого выродка неплохо пойдет БХ, потому что они второго левела. Пам-пам-пам. Вот и смертники поменялись. Неплохо. Шака, может, не надо меня в темнейшее за то, что я карта Хиги сил? Да, мы посмотрим, мы посмотрим. Ну да ладно, хорош. Ох.